Итак, всех приветствую, с вами Артём, и сегодня у нас начинается длинный стрим по Alien Isolation, то есть я практически собираюсь повторить свой подвиг, который я совершил в Dark Souls 2, когда стримил 9 часов, не знаю, как сегодня получится, но я, по крайней мере, планирую сегодня стримить до вечера. Может быть, я потом какую-то часть дня себе уже освобожу. В общем, насколько хватит, настолько и хватит, столько и будем играть. Надеюсь, что кто-нибудь сейчас уже присоединился. Все-таки сейчас каникулы, у большинства много свободного времени. Вот Резаста, я вижу, появился. Приветствую тебя. Вот, и в очередной раз хочу напомнить о том, я теперь буду это говорить в течение всей первой недели, чтобы каждый зритель был в курсе. У нас сейчас начался сбор средств на покупку PlayStation 4. Более подробно я об этом рассказал в подкасте, который сегодня выйдет в 6 вечера. Но сейчас я лишний раз повторю, что весь донат, который вы будете кидать во время стримов, весь донат будет идти именно на покупку PlayStation 4. Чем быстрее соберем сумму, тем быстрее у нас появятся Bloodborne, Heavy Rain, Beyond Two Souls и прочие замечательные игры. Кстати, большое спасибо Генри Шавраеву. Можете посмотреть сейчас в табличке, видно, сколько он вчера умудрился задонатить. Так что вот, потихоньку-полегоньку мы набираем. Ну что ж, друзья, поехали дальше. Alien Isolation, продолжить игру. Я сделал, кстати, полупрозрачный фон на табличку с донатом. Надеюсь, теперь будет видно лучше. Я сейчас на секунду даже это сверну игру и проверю, как выглядит, чтобы понять. Второго-то монитора у меня нет. Так, все начинается уже с громких звуков и с громкой резкой музыки. Цель обновлена, найти цилиндр сжатия для лифта. Не вопрос, сейчас все сделаем. Да, отлично смотрится, по-моему. По-моему, здорово. Единственное, что я сейчас вот чуть-чуть, вот прям вот как бы вот так как бы сделаю. Во, вот теперь вообще ровнёхонько. Так что вот Генри вообще красавчик. Вот. Ну, а мы продолжаем, ребята. Так. Давайте разбираться по карте. Задача. Отнести медикаменты Тейлор. Вам нужно пробраться через Six and Synthetics и найти другой путь на транзитную станцию, где вы оставились Сэмюэльса и Тейлор. То есть мне, грубо говоря, куда? Я что-то не пойму по карте, нифига. Так, мне нужно найти цилиндр сжатия. Да, нужно найти цилиндр сжатия. Ладно. Давайте выяснять. Здесь, кстати... Так... А, все, я узнал это место, я теперь знаю. Устройство не работает. Тихо. Ну, все-таки это такая игра, в которой придется на карачках ползать все время абсолютно. Так, сюда мне нельзя, потому что здесь ядовитый дым. Так, здесь устройство тоже не работает. Похоже, мне надо вниз. Ну, хорошо, вниз и отправимся, ребят. Залезь, залезь. Играю я все так же на среднем уровне сложности, на Nightmare, ну его нафиг. Только-только закончился марафон 24 часа от Манурина, хотел поспать, но нет, Артём начал стримить. Так, открыть дверь на склад. Сейчас откроем. Лучше все-таки на карачках здесь везде путешествовать, потому что я чувствую, Вася может прийти в любой момент. К слову, хочу сказать то, что с новыми видеодрайверами, которые вышли на NVIDIA, наконец-то исчезли фризы всевозможные. А то у меня фризы появились вообще во всех играх. Сигельвей, большое спасибо за донат, большое спасибо. Сейчас я тебя внесу сразу же. Так. Так, блин. Черт, я все время боюсь писать твои никнеймы. Так, 45, значит, уже вот так, 1265 рублей. Большое спасибо за донат, большое спасибо за поддержку. Такс. Ой. Так, я вроде бы... Ну, я надеюсь, что я правильно написал. Вот так надо делать, я думаю. Ой-ой-ой. Так. Секундочку. Вот. Сиге... А, Е. Пардон. Да что ты...
Что ты делаешь, программа? Прекрати! Ты чё? Ты чё? А то он странно как-то себя... Всё, большое спасибо, что ты отписался сразу. Так, ну всё, вроде бы правильно написал. Всё, большое спасибо за донат. Большое спасибо за поддержку. Продолжаем. Всё, так... Этого парня, по-моему, надо будет сейчас запустить. Потому что иначе... Ага, восстановить подачу энергии. Найти способ включить андроида. Надо разобраться, подождите. Так, подождите, вроде бы андроид запускаться должен был с верхнего компьютера. Насколько я помню. Но сейчас писалось, что вроде как... Не, ну точно он должен быть сверху. Надеюсь, что все получится. А, в список уже... список топ-донатеров я уже буду обновлять после конца стрима, либо в перерыве. Потому что, скорее всего, тоже будут перерывы, как это было с Dark Souls вторым. Я ничего не понимаю, нифига. Подождите, что за лажа? Так, встань-ка. Не работает. А в чем проблема? Что я не так сделал? Привет, Марсана. Так, подождите, я что-то не соображу. Так, полезли вниз. Полезли-ка вниз. Лезь. У меня вчера такой ливень был просто... Точнее, не ливень, тьфу, блин, ливень, говорю. Вчера у меня тут просто штормило. У меня тут ветер был сумасшедший. Кстати, сегодня тоже ветер бешеный. Так, подождите, где мне включить андроида? А, я, кажется, знаю. Я понял. Так, ладно, в присядку будем двигаться, потому что... Мал... Не понял. Что мне сейчас... Он где-то слева, что ли? Радует то, что наконец-то жары уже нет, все теперь спокойно. Можно даже вот за... Даже сейчас лучше с закрытым окном сидеть играть, потому что дует просто невероятно. Очень холодно становится. Прям как будто осень внезапно пришла. Так. Давайте-ка я здесь сохранюсь, коли уж здесь есть сохраняшечка. А-а-а. В трансомоторную будку молнии ударено. Ударило, нифига себе. Так, у РД улучшено уровень доступа 2. Отлично. То есть теперь я могу взломать вон ту штукенцию, которая должна сделать подачу электричества. Давайте я все-таки пешком попробую пройтись. Главное не бежать. Вот если мы будем бежать, то Вася придет. Или Василиса, как мы ее там называли в прошлый раз. В трансом... А, в трансформаторную. Думаю, в трансомоторную. Что такое трансомоторная будка? Я, кстати, даже не знаю, где у меня в, где у меня в квартале трансформаторная будка стоит. По-моему, где-то... Где-то там. Наверное. Так, коли уж я прошел, я буду сохраняться почаще. Это одна из тех игр, в которых лучше сохранять... Ой-ой-ой-ой-ой, дурак. Еще разок сейчас сделаем. Сохраняемся. Все, замечательно. Теперь я смогу взломать эту штуку, да. Использовать УРД. Так. Ага, все, нашел сигнал. Твою мать. Дайте еще разок. Нечаянно не туда нажал. Вот сюда. Жирафик и буква В. Так, все. Господи, звуки такие. Это аж по башке ударило. Так, а сзади там нет? Нет, вроде бы. Ладно. Теперь мне придется запустить этого дроида. Он вроде как мне сейчас будет помогать. Даэдра, приветствую тебя. Только без глупостей. Оживайте, пожалуйста, страшный лысый человек.
Точнее, вы не человек, но вы пытаетесь быть похожим на человека. Чем могу помочь? Мне нужен цилиндр сжатия. Склад запчастей. Ряд первый. Стеллаж Б. Пройдите за мной. Давайте постараемся не шуметь. Ведите, пожалуйста. Буду слушать стрим и продолжать набивать ранг в Хардстоун. Да, точно, он очень на Фантомаса похож. То, вот кого они мне напоминают. Вылитый Фантомас. Видеть. Так, будем надеяться на то, что Василиса нас сегодня не сожрет. Мы пришли. Цилиндр сжатия находится в самом конце этого ряда. Спасибо за эту информацию, но я так понимаю, ты дурак совсем? Ты решил идти в электричество? Ладно. Ой, ёпрасоте. Офигеть, он аж сгорел на работе. Ну ладно. Мне же проще. Так, я понял эту фигню. А сюда идти не стоит. Попробуем с другой стороны обойти. Где-то я с этой стороны всегда проходил, вроде бы. Да, вот здесь сейчас надо опустить. Так, вот здесь железки кончаются. Поэтому идем сюда. Все, безопасненько пробрались. Так, теперь нам надо найти с той стороны. Так, Васи вроде бы поблизости нет. Так что... Так, где эта штука должна быть? Это должен быть последний стеллаж, значит, это... Что такое? Так, не здесь. Не понял. Подождите. В смысле закрыто? Что это закрыто? Господи, игра, в которой видно ноги. С ума сойти. Ну, качество все... вчера, видимо, можно было переключать, потому что нас смотрело 20 с чем-то человек. Ребята, у всех виснет? Мне интересно. Подождите, так. Я опять слепой, как вчера был во время Dark Souls, поэтому... А, наверное, мне с той стороны надо опускать, я извиняюсь. Я что-то не подумал. Видимо, это, с этой стороны. Точно, да. С той было наверх, с этой вниз. Ну, всякое бывает, я не знаю. Я не понимаю, на самом верху, что ли? Сейчас, подождите. Я точно помню, что это был этот шкаф. Вроде бы. Но я, кстати, могу ошибаться, я играл давно, поэтому... Времени-то прошло достаточно. Я сейчас хочу полностью вниз спустить. Да. Вот, и сейчас я буду поднимать. Артём, у тебя битрейт 1000, если да, то даже не знаю, как может лагать при таком битрейте у некоторых. Видимо, у меня 2000 стоит битрейт. Хотите, чтобы я понизил до 1000? Так, я сенсор взял. Но мне нужен цилиндр. Здесь его нет. О, блин, я не на те кнопки смотрел вообще. О, дурак. Так, подождите. Вверх. Я думаю, блин, с другой стороны, наверное, надо было смотреть. Вверх. Вот он. Цилиндр сжатия. Все, давайте сваливать отсюда, потому что, судя по всему, скоро придет Вася. И он захочет с нами очень тесно пообщаться. Так, ребят, я смотрю, у вас
Есть такая фигня на Твиче. Смотрю нормально все стримы на Сурсе, а иногда у одного стрима и на мобайл лагает. Тоже замечал, кстати, такую проблему. Че, ребят, не опустить битрейт до 1000? Напишите, пожалуйста, в чате, стоит ли опускать до 1000 битрейт. О, походу Вася пришел. Да, он где-то сзади. Не шумим. Главное, не шумим. Блин, не успел посмотреть никнейм человека Эндуринг и как-то еще напишите, пожалуйста, в чате. В любом случае, большое спасибо за подписку, большое спасибо, что смотришь, спасибо за поддержку стрима. Добро пожаловать, спасибо. Да, у меня FPS 30 стоит. Так, я не туда иду. Я уже, в принципе... Так, давайте я поднимусь сюда и сохранюсь. Чтобы было все в порядке. А то я все-таки взял цилиндр. Мало ли, кто нас там сейчас по дороге встретит. Сам стрим не лагает, поэтому, наверное, нет смысла опускать. FPS на стримах и должен быть 30, не больше. Ну, он у меня 30 стоит. Мне кажется, 60 ставить это только если это. Кстати, давайте-ка... А, не, чё я делаю? Куда я пошел? Чё я делаю? Совсем дурак. Или... Не, подождите, я ж теперь могу взломать это место. Или я его и так мог взломать. Потому что, возможно, это нам откроет проход вон в ту комнату. Я там запущу вентиляцию или что-нибудь типа того. И мы сможем почитать, что там на компьютере. Да, здесь даже есть какой-то интересный терминал. Я думаю, нам стоит его почитать. Заодно сенсор возьмем. Да, давайте почитаем. Терминал. Андроид со склада. Спединг, раз уж ты меня уволил, придется тебе теперь самому замарать руки. У ребят, которые занимаются демонтажом Севастополя... Кстати, ребят, вы напишите, пожалуйста, никнейм-то человека, который подписался, а то я не успел посмотреть. Спединг, раз уж ты меня уволил, придется тебе теперь самому замарать руки. У ребят, которые занимаются демонтажом Севастополя, есть доступ к складу припасов. Но нужно составить полную опись всего, что там есть. Так что тебе понадобится складской андроид. Включи его, выпусти его из коробки и смотри, как он вкалывает. Прям как я, да? К тому времени, как ты получишь это сообщение, я буду валяться в баре Гиллина в стельку пьяный. Работать на тебя было сущим адом. Да ты и сам знаешь это увольнение. Это увольнение самое радостное событие в моей жизни, Смит. Эндурин Геральт. Большое спасибо за подписку вновь. Вот, написали твой никнейм. Общее, лифт не работает. Спединг только что опять пожаловался на неработающий лифт у выставочного центра андроидов. У моих ребят сейчас дел по горло, так что мы не успеем его починить к прибытию твоих важных клиентов. Если Спэддингу так хочется, чтобы его заявку обработали в первую очередь, пусть перестанет вести себя как капризная девка. Там работа-то расплюнуть. Я могу сходу тебе сказать, где взять нужные детали, они на складе запчастей, ряд первый, стеллаж Б. Если сам не найдешь, попроси складского андроида, только меня не доставай больше, шеф. Сейчас, народ, маленький момент, я сейчас кое-что сделаю. Я только сейчас заметил одну вещь в настройках камеры. У меня опять галка выставилась на автофокусировку. Вот, чтоб я потом размыленный вдруг внезапно не стал. Вот, продолжаем. Смит, это Спединг. Ты же знал, что это были последние желающие купить систему Аполло со станции. Как ты мог так накосячить с презентацией андроидов? Все, покупатель ушел. Никакого мне бонуса, никакой тебе от него половины. А уж что теперь начальство скажет, мне и подумать страшно. А знаешь, что больше всего меня бесит? Что я теперь остаюсь на станции списывать этих треклятых андроидов, а ты летишь домой. Смотри, как бы в пути кошмар не приснился. Так, у утилиты нет доступа к файлу. Своеобразного биоса сегодня нет. Так, к сожалению, у нас нет Это не она? Нет? Нет. Я надеялся на то, что вот здесь сейчас будет переключалка, которая вентиляцию здесь запустит. Но видите, что происходит, да? Она даже близко не может подойти, к сожалению. Ну ладно. В общем, валить отсюда надо. Господи, там дверь открылась, я аж испугался. Так, ладно. К лифту надо двигаться. Вон туда.
Главное, не шумим, не подаем виду. Дейдра, попробуй насчет Ведьмака, попробуй посмотреть в свернутой... В свернутой игре попробуй посмотреть... Микшер. Там, где настройки звука. Черт. Подождите. Так, мне сюда. Не хочу я под вентиляциями ходить, то мало ли. Здесь что-то мне припоминается Васю. Точнее, Васе тут всех. Того. Хорошо, хорошенько по всем пробежался. Знаете что, игра все-таки держит напряжение. Тогда не знаю. Возможно, какой-то глюк. Какой-нибудь кусяк. Кусяк какой-нибудь. Ой, парень, только не вставай. Тихо ты. Спокойно. Так, очередная вентиляция, мимо которой лучше обходить. Многие советуют тон-компенсацию, но у меня ее нету в системе из-за звуковых дров. Я даже не знаю, что это такое. Так, все. Устанавливаем цилиндр. Все, лифт работает. Все, ребята, сваливаем. Цель достигнута. Знаете что? Пока радует то, что за первое время стрима нас еще ни разу не убили. Нас более того даже не спалил никто еще ни разу. Это радует. Это радует. Найти выход с завода синтетическо. Интересно. Сохраняемся. Так, замечательно. Черт, я помню это место. По-моему, сейчас придет Василий. Да-да-да. Он куда-то решил свалить по-быстрому. Так, мне вот не нравятся вон те ребята, которые стоят на балконе. Как бы... Это что сейчас было? Мимо моего уха, что ли, пуля пролетела? Так. Я, кажется, понял. Когда эти штуки движутся, они меня не видят. Наверное. Пока давайте-ка здесь это... Временно остановимся. Спокойно. Давайте мы наверх не полезем, а полезем мы через дверь. Так, что я там делаю-то? Что я ищу? Найти выход с завода синтетической плазмы. Да, давайте вот так продвигаться. О, Мауси Уан, приветствую, добро пожаловать. Эндурин Геральт, да, приветствую тебя вновь. Спасибо за подписку вновь. Так. Что, что, что? Не, Дайдрич, давай это не будешь мне спойлерить, Ведьмака. Давай все будет потихоньку, полегоньку. Я хочу, чтобы потом... В третьей части было. О, офигеть, а как так вообще? Так, я не хочу лезть в вентиляцию.
Чё-то я боюсь туда залезать. Здесь не работает дверь. Слушайте, вылитые коридоры из Настрома. Просто вылитые коридоры. С вылитого Настрома. Смотрите-ка, чё. А много компьютеров я здесь смогу посмотреть, интересно. Похоже, только один, остальные накрыты. Давайте я сначала сохранюсь, потом почитаю местный терминал. Помнится, когда я играл на Nightmare, это сделать было невозможно, просто по той причине, что когда ты начинаешь хоть что-либо читать, Вася сразу приходил из ниоткуда. Сохраняемся. Как здесь много сохранений, с ума сойти. Надеюсь, те ребята сюда не придут. Да, я буду проходить второго и третьего. Так, нужен инженер. Можно попросить, чтобы кто-нибудь из Six and Synthetics посмотрел моего андроида. Я только что отработал суточную смену в реанимации, хотя я дантист. Уэйтс распорядился эвакуировать весь госпиталь, и никто не хочет ничего объяснять. С такими долгими сменами мне понадобится помощник. У нас тут есть андроид с идеально подходящей программой, но он пылится без дела, потому что, видите ли, где-то на другом конце станции забарахлил андроид такой же модели. Черт знает, что такое. Пришлите сюда кого-нибудь, не то я подам официальную жалобу. Фернандес. Здесь файл поврежден, аудио нет, утилит нет. Ладно. Продолжаем движение. Простые движения. Там только намеки на сюжет. Но реально прикольно, что аж в первой части эту отсылку сделали. Но они же изначально планировали вроде как делать трилогию, так что они, наверное, заранее продумали... Твою мать! Куда я пришел? Ладно, что у меня есть? У меня есть дымовая шашка, ребят. Я не хочу никого убивать, поэтому... Мне все это снится. Вроде бы все в порядке. Смотрите-ка, как ловко проскочили-то, а? Дверь-то бы закрылась. Так, что у меня по дымовой шашке? У меня нет деталек. Ладно, все, более-менее все хорошо. Берем шокер. Да. Мало ли придется какого андроида вырубать. Так, перед тем, как я полезу в лифт, а я так понимаю, что мне туда, я хочу здесь внимательно осмотреться. Может, чего полезное найду? Да, полезное нашлось. Вещество. Что там я... Так, ничего не появилось, что я мог бы сделать? А, могу аптечку создать. Давайте-ка соберем аптечку. И сюда. Предмет создан. Замечательно. Могу еще одну. Но все уже, в принципе, у меня больше... Не-не-не, шокер давай. Бери шокер. У меня еще и один заряд для шокера появился. Прекрасно. Так, ну вроде бы все. Поехали отсюда. Открыто достижение форпост прогресса. В опасной ситуации отвлекайте внимание врага. Но я, в принципе, сейчас так и сделал. Кинул дымовуху, никого не убил, зато прошел мимо. Это хорошо. Это означает, что я сегодня с утра соображаю лучше, чем обычно. Так, цель обновлена на станцию научной медбашни. Это... Ага. Я уже близко. Так, а мне взломать надо, да? А, рычаг, все, понял. Раз. Все, достаточно. Че вдруг звуки-то такие? Воу. Да-да-да, музыка из первого фильма. Классно сделано. Так, все, ломаем.
Я в третьей части 90 наиграл. У вас так это, что-то интересно, меняются цвета никнеймов? У меня вот в чате на телефоне. На стриме это немножко по-другому выглядит, в другом цвете. А у меня на телефоне получается это, чат... Постоянно меняются почему-то цвета никнеймов. Забавно это. Так. Вон туда мне вроде как. Tower Link. Я, по-моему... Но... По-моему, это... Ладно. Enraged Ghost, добро пожаловать. Спасибо за подписку, спасибо, что смотришь. Спасибо за поддержку. Добро пожаловать. Вот так вот, я аж молотком решил помахать в честь тебя. Так, мне туда. По-моему, там катакана была. Я не очень понял буквы. Ну ладно. Что случилось? Я же четко и ясно запретил вам высадку. Говорю же, мы вас не поняли. Из-за сильных помех. Эй! Вы кто такая? Рипли, Сторонса. Опусти пушку. Какого черта тут происходит, сэр? Где служба безопасности? Вся перед вами. Да, немного вас. На я целую видела станцию. Существо. Что это? Не знаю. Его притащил Марлоу. Капитан Анесидоры. То есть, корабль, который доставил вам самописи. Скажите, на вашей станции вообще есть где укрыться? Здесь разгуливает инопланетное существо. Андроиды нападают на людей. Треклятые андроиды. Рипли. Тейлор, нужна помощь. В госпиталь нельзя. Вопрос, куда можно? В штабе есть простейший аппарат жизнеобеспечения. Почему-то слово «идем» не озвучили. Нужно включить транзитную линию. Пульт управления наверху. Сэмуэльс говорит, вы инженер. Раз так, идите поработайте. Раз уж не дали мне убить тварь. Ладно, Уэйтс. Я включу транзит, а вы защищайте моих людей, пока меня нет. А дальше начинается история Айзека Кларка. Держи с ней связь. Если ты инженер, то, конечно же, всегда... Как дела, Рипли? Ну как ты думаешь, какие у нас дела могут быть? Скорее, Тейлор. Да постараемся уж без поскорее. Паники. Мы отсюда выберемся. Точно, выберемся. Надеюсь на это. Так, сохраняемся. Чё-то вдруг внезапно так много сохраняшек. Я удивлен. Так, ну ладно, вроде бы здесь в первое время Вася появиться не должен. Так, спасибо. Автоматическая система включения освещения. Ой, да ладно, чего уж вам. В этой игре Айзека Кларка дальше по сюжету реально много будет. Чинить придется все подряд, чуть ли не больше, чем в первом Dead Space. Забавно. Часы такие, как в 90-е годы были, знаете, с калькулятором такие. Все себе представляли, что такие часы будут в будущем. А сейчас что, сенсорный экран? Ну а тогда реально представляли будущее с гигантскими кнопками. Ну поехали в центр управления транзитом. Я уже слышу, что вон там... Черт, я помню это место. Ох, как я много здесь с ума сходил, когда проходил это на Найтмаре. Это было невыносимо просто. Я помню это место. Сейчас разберемся со всеми делами здесь. Так, возьмем клей. Куда же мы без клея-то? Так, а здесь случаем нет никакой сохраняшки.
поблизости нет. К сожалению, нет. Пришел ресивер. Ресивер в смысле? Ресивер, это что такое? Да, я играю в Dark Souls 2. Познай боль. Боль и мучение во время прохождения. Так. Ага, что-то я помню, здесь надо было включать. И это что-то где-то... Это что-то вот оно. Так, не это работает. Ничего, сейчас все включим. Я знаю, что ты здесь! Опа-па! Знать бы, как там сейчас дети. Заткнись ты, гребаный робот! Для беспроводного Xbox. Кто-то же должен знать, что там происходит. Я имею в виду беспроводного геймпада, да, понятно. У меня-то геймпад, он вон с проводом. Тут и раньше-то было стрёмно, а теперь... Тупо подключается все по USB. Я с таким трудом устроил себе это убежище! Ты кому это? Я хочу увидеть свою семью. Больше мне ничего не надо. Ты меня не видел, парень. Боль и мучение во время прохождения. Забыл, когда спал в последний раз. Так. Здесь сейчас придется очень быстро реагировать. Что ты наделала? Сейчас сюда придет дроид. У меня есть Xbox 360, поэтому геймпада есть. Вот решил заказать. 2 месяца шел. Понятно. А я надеюсь на плойку. Вот, я надеюсь на то, что когда-нибудь у меня появится PS4. Твою мать. Парень, ты только не оборачивайся. Твою мать. Обернулся у шлепок. Сейчас я до тебя дойду, засранец. Стой, там не шевелись, пожалуйста. Только не шевелись. Да ты что, издеваешься, что ли, мать твою, блин? Я хочу помочь. Отвали от меня, утырок долбанный! Отвали! Хара меня бить, скотина! Ай, сейчас убьет ведь меня! Ой, зараза! Скотина, получай, мать твою, получай по сусалам. Утырок, мать твою. Ах. Умри, урод. Блин. Кошмар какой-то. У меня вроде есть аптечка. Давайте-ка используем ее. Ой, я сейчас испугался. Давайте я все-таки лучше присяду, а то мало ли. Это самое. Где у нас револьвер? Давайте револьвер возьмем. Хотя. Не, просто шокер пока. Там один заряд вроде как есть. Ладно, я хотя бы успел его ударить, это уже радует. Ну, напугали меня сейчас. Напугали меня знатно. Нос, не чешись. Так, аккумуляторы, хлам. Взрыватель, прекрасно. Давайте почитаем терминал. Севастолинг. Запусти транзит. Послушай меня, псих, ты думаешь, эта хреновина станет ездить в транзитных вагонах?
Ты сидишь на рубильнике, который может отключить транзитную систему от Аполло. Ну так дерни за него и запусти транзит. Ты о своей шкуре печешься, а мы тут все оказались в западне. Ради всего святого, помоги нам. Обманутый. У меня для тебя новости, придурок. Даже не думай идти к Синклеру и парням из службы безопасности. Я сказал им, что это ты убил Моррисона, они тебя пристрелят на месте. Надо было тебе пустить меня в свою нору. Теперь ты и недели не продержишься. Суровые у них нынче нравы. Кстати, да, он не продержался. Как можно заметить. Так, подождите-ка. Мне же нужно... А! Похоже, я не закончил кое-что. Восстановить же надо подачу энергии, то есть надо здесь тыкнуть. Вот, теперь все работает. Кстати, а где парень, которого он... Вот он. Рипли, это Уэйкс. Линия заработала, мы вас ждем. Езжайте без меня. Тут проблемы, я не смогу вернуться быстро. Подождем. А Тейлор? Не ждите, я догоню. Как скажете. Так, ну хорошо. Теперь мы можем открыть вот это помещение. Да. Хорошо, так, все взяли. Станки такие, как у меня в школе были. Алекс Мадамс, здравствуй, добро пожаловать. Так, ну включать я не буду, аудиомагнитолу, это страшно. Заодно сохранюсь, а то это было, это был страшный момент. Реально, чуть не умерли, но пока все более-менее хорошо, пока мы живые, как говорится, жив цел орел. Звуки опять какие-то были страшные. Так, ну ладно. Главное, чтобы на этот звук не пришел Василий. Прикольно так геймпад дрожит. Когда все это делаешь, ощущается прям руками. А вот сейчас почему-то он не дрожит. Думаю, здесь бы стоило. Так, я ни черта не вижу. Врубаем фонарь. У меня одна долька осталась. Привет, Дантер. Добро пожаловать. Никого? Никого. Как говаривал султан из Золотой Антилопы. Зикред, и тебя приветствую. Добро пожаловать. Так, вроде как здесь ничего больше полезного нет. Сваливаем. Да-да-да, Генри вообще хорош. В плане доната. Благодаря ему умудрились аж за вчера сразу перебраться в четырехзначную цифру. Так, мне в ту сторону. Понял. Это самое... Залезаем. Пока подождем. Пока немножко переждем здесь время. Времечко небольшое. Пускай эти ребята придут и уйдут. В неудачном я шкафу застрял. Здесь ничего не видно.
Главное, чтобы было слышно, что они уехали. Или нет? Сотрудники компании «Севастополь Транзит» благодарят вас за то, что пользуетесь нашими услугами. Вроде пока все спокойно. На крайняк успею спрятаться. Едет. Вроде бы. Не пойму, едут или нет. Как будто бы нет. Спрячусь-ка я нафиг. О, кто-то спускается. Что ж так паршиво-то? Может, он нашел где еще поживиться? Или даже способ отсюда выбраться? Или сегодня мы наконец закроемся в жилой зоне и будем спокойно ждать? Лично я бы не расслаблялся. Зекрет, большое спасибо за подписку, большое спасибо, что смотришь, спасибо за поддержку, добро пожаловать. Так, спокойно, пока ждем. Насчет... Без паники, прорвемся. Вагон следует до жилой башни, Соломон. Парень, уходи отсюда, пожалуйста. Мы тут дожидаемся, пока нас прикончат. Ладно, поехали к Синклеру, раз велел. Сейчас лучше держаться вместе. Я в это уже не верю. Эту тварь ничто не остановит. Так, все, сваливайте отсюда. Ничего, попадет мне на мушку, я ее сделаю. Я не намерен тут сдохнуть. Ну, удачи тебе, парень. Вроде ушли. Ну, я, в принципе, убрать друзей, мне фильм понравился, хотя в интернете бытует очень много сообщений, что вот, фильм такой-то, такой-то. Чё? В смысле, на 130 тысяч? Там написано вроде же. Донат на PS4, всё написано. Ой. На четвертую плойку. Потихоньку набираем. Ну да, у него достаточно хреновые оценки. Да, в принципе, как у любого фильма ужасов. Тут просто есть такая особенность. Ильей Соломон, штабу службы безопасности и жилой зоне. Скажем так, у фильмов ужасов всегда, как правило, низкие оценки. В интернете, причем, мнение разнится совершенно. Кто-то ставит хорошие оценки, кто-то хреновые оценки. Точнее, не оценки, а рецензии, я имею в виду, пишут. Тут лучше всего акцентировать внимание не на циферках, а на... Рипли, собственно, на больших рецензиях. Поднимитесь по лестнице и поверните направо. Меня не встретят? Сами найдете. Отбой. Ладно. Например, мне фильм понравился. Он мне чем-то вот такую театрализацию больше напомнил. Кто-то говорит, что вот актеры там кривляются на камеру. Что называется, сколько людей, столько мнений. Ну, вот лично мне фильм понравился. Мое субъективное мнение. Достаточно интересный мистический триллер. Интересно снятый. Своеобразно снятый. Этот фильм даже, наверное, не в кинотеатре будет классно смотреть, а с экрана компьютера, потому что это особенно, наверное, мне будет интересно смотреть, потому что у меня-то MacBook. Если этот фильм запускать в полноэкранном режиме с экрана MacBook, то получается, все происходит у меня на мониторе. Так, спокойно, спокойно, теперь все будет хорошо. Уэйд знает, что делать. Знает он? Да ладно, пока его дела не привели ни к чему хорошему.
Так, по-моему, меня здесь спокойно встретят же, вроде, это да? Ты? Может, здесь ты мы будем в безопасности? Да. Здорово! А вот, кстати, миньоны мне что-то это... Я трейлер посмотрел, что-то я не знаю, там столько юмора какого-то пошловатого мне показалось было. Как-то даже не знаю. Так, подождите, а может быть я могу зайти в эту... с этой стороны посмотреть что-нибудь? Нет, ну ладно. Как Тейлор? Стабильно. Скоро уже на ногах будет. С ней там Сэмуэльс. Ясно. Ну, вы восстановили работу транзитной линии, так что мы квиты. Где Рикардо? Выполняет мое поручение. Я занят. Тот в камере Марлоу. Потолкуйте пока с ним. Этот прохиндей притащил сюда ваш самописец. Где корабль Марлоу? Где Анасидора? На парковочной орбите. Этот мерзавец не дает нам коды, чтобы провести корабль сюда на автопилоте. Может, хоть вам удастся его вразуметь? Поговорить с ним? Джей Мелли, yes? Welcome. Где рядом враг? Так, ладно, сохранюсь-ка я. Эндрю Уортон, порви там всех. Порви там всех и всеми. Так, ничего больше интересного нет. Огнемет. Огнемет. Так, ну ладно. Поговорим с Марлоу. Марлоу? А ты кто? Я Рипли из Вейланд-Ютани. А, явилась за своим пустым ящиком. Да вы, ребята, упорные. Я здесь по личному делу. 15 лет назад на Ностромо летела моя мать. Что, правда? Черт. Надо же. Да. Yes. Мы не нашли корабль, Рипли. Только самописец. Agreed. Я чую, ты что-то не договариваешь. Что еще вы там видели? Мне надо. Next episode will be great. Как насчет сделки? Выкладывай. Я хочу знать все. Я сказал то, что да, сейчас будет очень клевый момент. Сейчас действительно будет один из самых классных моментов в игре. Я, кстати, даже не думал, что я доберусь сегодня до этого момента. Проверка связи. Как слышно, Льюис? Я думал, что я буду умирать. Давайте не спешите. Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Тебе нужна штука. У меня кое-какая с собой. Хочешь, покажу? Извини, Хайст. Я микроскоп не захватила. Так, хватит придуриваться. А ну все собрались. У нас важная задача. Классный эффект в наушниках. Прям это, голос вот как будто... прям внутри, вокруг меня сейчас был. Очень здорово. Ну, ребята, готовьтесь, сейчас будет просто прям... сейчас будет офигенный момент. Старый прибор слежения еще. Фостер, Микс, смотрите в оба. Есть? Дантер, ты знаешь этого человека? Блин, такая планета сумасшедшая. Все взрывается, отовсюду... отовсюду всякое... не знаю, что это такое. Влетает всякие газы. Ничего не надо. Главное, координаты есть. На такой планете долго не протянешь. Mm. Так что если это сигнал бедствия, живых там уже нет. И все, что найдем, наше. It's really awesome. Welcome. Ладно.
Не, ну это действительно здорово. Дантер, ты там это, слова выбирай более правильно. Действительно здорово. Это радует. Вот что называется, начал стримить круглые сутки. Ну, практически круглые сутки. Пойду поищу слабое место. А вы ждите здесь. Хорошо. Так, обходной путь. Вроде как это оно. Самому не залезть. Аист, подойди, подсади меня. Wow, thank you very much. My name is Artem. Вроде нашел проход, пойду проверю. Whistleblower, really crazy DLC. Very creepy. Так. Жив, я жив. Каким-то чудом. Путь назад отрезан. Буду искать обход. Осторожней там, ладно? I watched Play Alien the other night. I'm glad to catch you again tonight. Thank you. Слушайте, у нас сейчас наполовину стрим будет на английском языке. Ну а почему бы и нет? Так, ладно, сосредотачиваемся на игре. Все это очень радостно, но нужно вспоминать, что я здесь все-таки играю. Спокойно. Спокойно, народ. По-моему, скоро я увижу кое-что очень интересное. Нарло, мы тебя видим. Погодите, я вроде что-то нашел. Интересно, о чем он говорит, если я сам ничего не вижу? Что он нашел-то? Так, сюда вроде бы меня не пускают. Нашел трещину в скале. Сейчас сорву, отойдите. А, вот, разместить бомбу. Так. Отходим. На самом деле, полный подарок поклонникам игры. Вот так вот, замечательно. Как переводится Pillows? Я забыл. Ребят, напомните. Ну ладно, пошли. За мной. А, подушки. А. I would like to buy 7 pillows. Я бы купила 7 подушек. Я вспоминаю Муравин сразу. Миссия про подушки. Там темная эльфийка, где была Кайст, подойди, подсади меня. Которая говорила то, что у меня крысы едят мои подушки. Убейте крыс, но не трогайте подушки. Кто-нибудь есть там? Кто-нибудь идет мне на помощь? Здравствуй. Вот, отлично.
да. Тот самый корабль. Слушайте, второй раз это смотрю, мне опять мороз просто по коже. Просто офигенно. Фух. Надо сейчас будет найти то самое яйцо и следы от ребят с Настрома. Ну, Дантер, так практически и есть. Многие астронавты, как правило, многие астронавты, например, проходят обучение вначале на невесомость под водой. Как бы симуляция. Кто проживает на дне океана? Для всех, кто только-только присоединился к стриму, напоминаю, что у нас ведется сбор на PlayStation 4, так что весь ваш донат, который вы захотите кинуть на канал, то это все будет перебираться, собственно, это все идет как бы на накопление на PS4. Кстати, помните, я здесь какого-то чувака обогнал один раз, и он бежал как угорелый. Вот. Так что вот, потихоньку набираем. Потихоньку, полегоньку. Вдруг в скором времени. Вдруг наберем быстро. У нас там будет Bloodborne какой-нибудь. Вообще, кстати, да, в планах. Как только появится PS4, сразу же первая игра на канале появится. Это Bloodborne. Музыка. Ну, давайте, ребят. Меня в Dark Souls хватило на 10-15 минут. Дошел до первого важного... Чего? А. Дошел до первого важного костра, спустился куда-то, нашел двух скелетов, умер с двух ударов. Большой куш. Ну, я когда в первый раз запустил Dark Souls, я также пошел не туда. Я тоже сразу пошел на кладбище, там появились скелеты, которые меня сразу же убили. Было такое дело. Не, он уже вряд ли побежит, потому что в тот раз я его обогнал, а он побежал. Так, обновляю чат. Да, половина игроков ходила не туда. Полегче на поворотах. Не повредите тут ничего. Сразу вспоминаю фильм «Прометей». Помимо первого Алена. Если предположить, что это корабль. Вот он наш большой куш. Тихо вы. Что? Разбудить боишься? Ты извини, приятель. Хватит придуриваться. Время дорого. Осмотритесь. Марло, это что-то живое. Это было что-то живое. Теперь это наша собственность. По праву. Надо заявить права на эту находку, пока нас не опередили. Они Сидора не увезет такую здоровенную хреновину. Значит, возьмем, что сможем, потом вернемся. Поищите, что еще тут есть. Марло, мы что-то нашли. Какие-то следы. Следы? Тут что-то тащили. Где? Но это не все. Не обратишься. Что это? Следы ведут сюда. Тоже название, что на бортовом самописце. Настрому. Они здесь были. Может, они бросили корабль и сели сюда? Да уж я понял. Черт. Если тут уже кто-то был. Где там ящики-то? Наверху, что ли? Если они живы, мы ни хрена не получим. Сейчас выясним. Я найду и отключу маячок, чтобы сюда больше никто не явился. Фостер, Хайст, вы спуститесь ниже, гляньте, что там. Так, ну давайте найдем, где там следы Настрома остались. Между прочим, вот это место как раз было... Это ребята с Настрома делали. Это не земное, точно говорю. Ничего прочитать не могу. Ну ладно. Как-то мне первая часть Dark Souls не понравилась, а во вторую втянулся. Ну, у меня вначале было так же, теперь наоборот.
Что? Внутрь полезем или рано еще? Вот они, те самые существа, которые тащили сюда. Ну, я не буду спойлерить. Не надо спойлеров. Так, ладно. Что я там сделать-то должен был? Я так сейчас засмотрелся на этот корабль, что забыл, что мне надо сделать. Осмотреть инопланетный корабль, найти аварийный маяк. Ой. Попробуем посмотреть, где там еще что есть. Так, аварийный маяк. Где он? Что она там осматривала? Или он осматривал? Так, ладно, давайте искать маяк. Я что-то не понимаю, где он. Потому что они все столпились вот у этой дыры, которую в свое время делали ребята из Настрома. А я что-то как-то не понимаю, как туда внутрь-то. Но вроде как мне ничего сделать нельзя. Наверное, что-то я упустил. Ребят, напомните, а то я сейчас тут долго буду плутать. Так, отсюда мы пришли. Это что у нас такое? Очередной ящик. Так, с какой он там стороны-то? Стены. А! Сейчас найдем. Все будет отлично. Да-да-да, вон я его увидел. Вылетело из головы совершенно. Подростковые истории начинаются. Парень, ты это, вернись, пожалуйста. Мне вот интересно, что вон там. Да. Давай, подсаживай меня. Да, давай. Полезли. Меня вообще удивляет, как они умудрились попасть на эту планету. Они по какой причине, напомните, нафига они сюда летели-то вообще? Микс, я нашел маячок. Сейчас посмотрю. Спокойно. Музыка-то какая. Вау, интересно. Понятно, ну значит, юношеские. Открыто достижение не первый. Не знаю, в чем дело, но маячок отключился. Марло, ты должен это увидеть. С ума сойти. Да, иду. То есть, получается, Анисидора полетела туда по той же самой причине, что в свое время сделали Настрома. То есть они полетели тупо на сигнал. Кстати, я не помню, был ли в оригинальном «Чужом» какой-либо заговор, потому что все-таки, по-моему, там что-то изменили в «Мамке». Что-то такое было. Не, ну, я затем и полетел сюда, чтобы все ломать. Правильно? Правильно. История вообще прям идентично повторилась.
Единственное, что уже на Севастополь... А, нет, что я говорю. Как раз вот тот, за кого я играю, как раз он самый, видимо, был в Севастополе. Они и притащили кого-то там. Кто оказался заражен известно чем. Ну, сейчас увидим. Все ж понимают, с чего все началось. Поехали вниз. Поехали. Да, спасибо. Спасибо, народ. Да, я помню, изменили в маме. О, да, ребята. Просто полюбуйтесь на это. Что такое? У всего дома какие-то волосы летают. От кота, что ли? Так, секундочку. Где-то здесь, насколько я знаю, есть яйцо, которое открытое. Но мы точно в том же самом месте. К сожалению, мне не позволили спуститься вниз. Ну ладно. Вот, ребят, запомните, когда вы видите какую-то непонятную инопланетную хрень, никогда не делайте вот так. Теперь тут уже два яйца. Видите кто-нибудь команду Time? Хочу посмотреть, что да как. Где твой корабль? Дай мне коды управления. Если мы снимем блокировку внешних коммуникаций, мы его сюда пригоним. Хочешь, чтобы я говорил? Вытащи меня отсюда. Не надейся, Марлоу. Да что ты. Ну, если что, я здесь. Уэйтс, у меня в технобашне все датчики вспыхнули. Тварь здесь. Приступаем к плану Б. Я хочу вам помочь. Идите сюда. У меня для вас кое-что есть. Всего один час играем, а казалось бы, столько событий произошло. Ну, здравствуй, мой родной, как я тебя хотел. Мы идем на зверя. Звери боятся огня. Надеюсь, вы правы. Топливо для огнемета, хлам. Вот эта музыка колокольчиков, вот этих вот колокольчиковой мелодии. Тан-тан-тан-тан-тан. Прям вообще просто каждый раз, когда слышу, мурашки просто по коже. Мы таскаем на себе очень много хлама. Вы сейчас поезжайте к Рикардо в технобашню. Я буду руководить из штаба. Это хорошо. Так, что я могу сейчас собрать? Я могу сейчас собрать... СШГ. Детонирует при ударе, не наносит увечья, оглушает всех в зоне поражения, ослепляя тех, кто смотрел в сторону вспышки. Андроиды невосприимчивы к воздействию СШГ, но взрыв привлечет их внимание у улучшенной модели, радиус действия больше. Короче, это то самое, чем меня постоянно слепят, слепят мои же ребята в Counter-Strike. Так, больше я, по-моему, ничего собрать не могу. Ну и ладно. Ой. Возьми-ка ты шокер. И надо, я думаю, сохраниться. Ой, так, подождите, куда меня ведут-то? Угу. Это радар показывает мирных, своих ребят, так что все хорошо. Хорошо.
Вроде именно СВУ пропустили в прошлом прохождении, поэтому были дикие проблемы с дроидами. Ага. Ну, теперь это у меня есть СВУ. Так, ладно. Рипли, вы идете? Да, я иду. Да. Я топаю. Рикардо идет перед вами. Сэмуэльса вашего я отправил в сервисный центр для андроидов. Когда разберемся с тварью, он как-нибудь заставит Аполло снять карантин. Сэмюэльс на это согласился? Ну, он предложил помощь, а у меня дел по горло. К тому же он андроид, ему это будет проще. Вам видней. Слушайте, Рипли, только мы с вами предотвращаем настоящую катастрофу на Севастополе. Настоящая катастрофа тут уже произошла. Теперь наша главная задача — убить тварь. Да, сегодня будет длинный стрим. Угу. Все понял. Вызываем транзит. Посидим, подождем. Мониторы такие старинные стоят. Ездили бы еще здесь транзиты побыстрее. Надписи все-таки на катакане написаны, я поэтому пока не могу прочитать ничего здесь. Сэмюэльс андроид. Тан-тан-тан. Хотя игра с первых же секунд это особо и не скрывала даже в его речи. Да-да, это вылитый Эш. Вылитый Эш, разве что похож, не похож внешне на Яна Холма. Транзитной линии запрещено находиться в состоянии алкогольного. Вагон следует... А, ну ребят, ну тогда пошли отсюда. Да не. Поехали. Технобашня Лоренс. Звуки боя могут привлечь чего-то там, кого-то там. Службе техподдержки и лабораториям Джейми Кимикс Эквайзер Солюшнс. Бишоп, да. На него похож. Откройте, пожалуйста. Пока у меня клаустрофобия не началась. Выход к центру связи Сиксон Телеком, службе техподдержки. Я в технобашне. Имейте в виду, там, куда вы идете, много чего неисправно. Не удивлен. Так, отлично, мы сохранились, теперь все более-менее спокойно. Все, дальше будем передвигаться на карачках. Иначе... Иначе может быть неприятно нам. Нас может кто-нибудь внезапно взять, да и сожрать. Так, обновляем карту. Ага, вижу, центр связи Сиксон. Доберемся сейчас до фойе. Когда Васи долго нет, это означает то, что зря вы это сказали. Скоро он придет. Ой, я помню это место. Как я помню это место. Это жуть. Я помню, здесь будет все плохо. Я помню, как я здесь мучился. Спокойно. Пока не торопимся. Никто меня не видит. Никто меня не знает, никто меня не встретит. Никто нас не убьет. Мысли свои. Тварь близко. Вы слышали? Пошли. Так это... А! Я уже всех людей здесь боюсь. Поехали.
Я просто помню, что на обратной дороге здесь возникнут трудности. Нам тут будут чинить определенные препятствия. Ну да фиг с ними. Разберемся. Оглушенные андроиды уязвимы для физических атак. Это мы уже выяснили. Кстати, до сих пор за этот стрим я еще ни разу не умер. Что не может не радовать. Что? Не понял. Подождите. Я вообще туда приперся? Чё-то я молодец. Я чё-то не в ту сторону пошел. Мне не надо было садиться в этот лифт. Ну, попробую, Дейдра. Я даже видел один спидран на Найтмаре. Хотя, казалось бы, это странно, спидран на Найтмаре. Это надо знать расстановку других людей, чтобы Вася останавливался и жрал других персонажей, а не жрал тебя. Добраться до серверной. Да, я пошел не в ту сторону. Мне вон туда. Это я что-то не подумал. Так, по-моему, подачу энергии надо здесь восстанавливать. Не понял. Это средняя. А, пардон, идем дальше. Уэйтс. А как вы хотите поймать тварь? В башне велись работы с ценными веществами с газового гиганта. Все помещения там оснащены системой быстрой изоляции на случай ограбления. Там все можно перекрыть. Вентиляцию, двери. Короче, вы заманите тварь в клетку, а Рикардо ее захлопнет. Вон там сейчас можно наблюдать местную звезду. Главное, пока не бежим. Вообще лучше, конечно, присесть, иначе тут могут возникнуть трудности. В том плане, что нас сожрут. Во, во. Про что я говорил? Вася был очень близко. Вход прямо перед вами. Дверь открывается с компьютера в приемной. Там дверь была открыта, я не знаю почему. Осторожно. Сохраняемся. Я уже хочу, чтобы Вася появился поскорее, потому что без него оно как-то получается... О, знакомая фигня. Такс. Я уже читал этот компьютер. Мне туда, что ли? Я, наверное, не смогу сейчас взломать это место. Да, дверь заперта, надо как-то найти проход. Либо, я не знаю, включить подачу электричества, что ли. Вообще, насколько помню, в первый раз здесь как раз пришел... В первый раз здесь появился Вася. Добраться до серверной, да я понял. Подождите. Не, мне наоборот как раз сюда показывают. Я думаю, надо попробовать открыть дверь с терминала. Если не выйдет, значит что-то другое надо делать. Ой, я вот эту вентиляцию даже внимания не обратил на нее. А представляете, если бы там Васек сидел? О,
Управление двери, все открыли. Рикардо, все почти готово. Закройте все двери вокруг лестничного пролета. Потом склад, зону техобслуживания и приемную серверной. Держите меня в курсе. В настоящий момент мы вынуждены усилить меры безопасности. Я не помню, спокойный он или нет. Чему смеялся я сейчас? Ладно, я не хочу узнавать, насколько он адекватен. Ух ты, гитара. Ой, ой, ой. Шприц, шприц возьми. Ну, она и написала то, что она смотрит это ночью. То, что она уже спать собирается. Пардоньте. Если вас здесь что-то не устраивает, пожалуйста, сообщите нам. Не, ну там реакция все-таки. Надо будет посмотреть ее канал. Джей Мэйли там, я правильно помню, написано было. Чем могу быть вам? Да что ж ты ходишь-то так страшно-то? Это сейчас не Вася был, я надеюсь. Спасибо. Так. А, Джейми Ли. Вот. Твою мать. Надо будет обязательно потом посмотреть, что у нее там за стрим был по Аутласту. Так, склад я закрыла. Нет места для сенсора. Хорошо. Здесь мы все перекрыли. Оу. Как раз игра по атмосфере того времени с той озвучкой. Да? Ну-ка, давайте-ка я почитаю терминал. Вряд ли Вася сюда просто так придет, пока я читаю. Захват. Оно забрало ее у меня. Я ничего не смог поделать. Сначала оно продырявило Дага, потом разрезало Лиама напополам и швырнуло на пол, как сломанную куклу. А затем оно загнало Эмму в угол. Я сидел в тени, и оно меня не увидело. Эмма звала меня, назвала на помощь, но я не мог пошевелиться, я был слишком напуган. Я позволил ему забрать ее, но я ее верну. Если ты найдешь это послание, вооружайся. Собирательство. Эрик, ты слышишь? Эрик, опять связи... Не, опять связи нет. Алло. Эрик, это Линкольн, слышишь меня? Я добрался до техподдержки, взял несколько канистр воды, батарейки и еще инструмент кое-какой. Тут уже все растащили. Попробуй открыть запертый шкаф. Может, там есть какая приблуда для обхода системы безопасности. Нам бы пригодилось что-нибудь в этом роде, но я недолго. Тут как-то даже не знаю, как объяснить. Короче, страшно тут до чертей. Хочу скорее назад к вам в грузовой. Перезвони мне как сможешь, ладно? Ладно? Да, очень удачное время читать терминал. Почему бы и нет? Посмотрю обязательно ее канал. Интересно же, когда иностранные люди приходят смотреть к тебе твой стрим. Это ж удивительно. Для меня Twitch совершенно по-другому, прям, не знаю, совершенно по-другому показал то, как можно играть в игры. Я реально удивлен. С другой стороны, показывает аудиторию. Я вообще в первое время даже не верил, что кто-нибудь там хотя бы 5 рублей кинет мне. Оказалось, что вон спокойно на PS4 даже собираем. Удивительно, но это меня действительно радует. У меня отличные зрители.
Вот. И то, что даже зарубежные зрители приходят, тоже интересно. Дверь с кодом. Всем жителям лагеря, мы не можем стоять вахту круглые сутки, но у нас есть дозорные добровольцы и системы безопасности технобашни. И этого хватит, чтобы обезопасить все подходы. Начиная с этого момента, мы не будем открывать двери ни для кого. И всеми вопросами по добыче припасов буду заниматься я. А, мы непременно выстоим, Томпсон. Вот. Do what you played, despite the language barrier. Have fun. Слышали, да? Джеймли, good night. Thanks for watching. Oh my... Не смотри на меня! Не смотри на меня! Пападос! Я не дочитал сообщение на терминале. Ой, чё-то сейчас было. Ладно, продолжаем читать. Всё окей. Не знаю, сколько я тут протяну, народу битком, кругом грязище, мусор начинает гнить, и у меня нет уверенности, что тут безопасно. На той неделе Картер Томпсон добыли где-то пушки. Люди начинают раскрываться с самой неожиданной стороны. Может, та женщина Уинтерс все-таки была права. Хорошо, что там больше ничего нет. Так, я надеюсь, я не встречусь с Васей. Hope I will not meet with him. Зона техобслуживания закрыла. Джемли, thank you. Thank you for follow. Thank you. Welcome. Thanks, thanks for your support and thanks for follow. Yes. Либо в жилую зону к Синклеру и его головорезам. Хотя ни те, ни другие не протянут дольше недели. Я чувствую, у меня сейчас стрим будет на два языка делиться. Почему бы, собственно, и нет? Так, я не буду шуметь. I must move very silence. Silent. Или silence. Я не помню как. У меня английский сейчас забывается напрочь. И нафига я это сделал? А, все правильно. Сайленда. Он там, за стойкой администратора. Да, Сайленд это тихо. Какое-то вещество. Вот я не знаю, я вот буду это читать сейчас или что? You always know a work can do. They remind you a bit of Michael Myers, don't they? Черт, я не очень понял. Это норма уже, когда стример разговаривает на нескольких языках, но весело, когда стример англоязычный, но изредка говорит по-русски.
Так, ладно. У меня кода нет. Ребят, переведите, пожалуйста. Я сейчас немножко это... немного не в себе. Так, взлом. Франко, я тут проверил эти утечки данных из архива. По-моему, это просто неисправности оборудования. Who is working Joe? По-моему, это просто неисправности оборудования. Эти древние Ариусы невозможно по-нормальному интегрировать в такую сложную систему, как Аполло. Но мне попалось на глаза кое-что другое. В течение последних лет кто-то просматривал личную переписку жителей и записи с камер наблюдения. Апартаменты руководства Сан-Кристобаль, даже бюро в службе безопасности хакнули. Имя Ренсом тебе о чем-нибудь говорит? Код папки 7789. Хьюз. Хьюз, это Ренсом. Я получил твой вопрос. Да, я был в архиве записей и намерен кое-какие из них расшифровать. Мне нужны старые бортовые журналы, которые попали на Севастополь много лет назад. Понимаю твое беспокойство, но не волнуйся. Я ищу форменное старье, набор сообщений, отправленных одним кораблем перед вылетом с Тедуса к Земле. Это не затрагивает ничьих интересов. Но не вздумай никому ничего сболтнуть, а то пожалеешь. Мари ведь многого о тебе не знает. Ничего не трогай. Пусть расшифровка идет как идет. А когда закончится, сообщи мне. Давай по-хорошему, ладно? Так, ладно. Что у нас там? Рипли, все готово. Просто запусти эту программу, чтобы получить доступ к папке системы безопасности. Рикардо, Security Folder. Рикардо, я закрыла приемную серверной. Молодец. Теперь потихоньку уходи через сервер. Твою мать! Я спрятался прям в коробках. I'm hiding in the boxes. Go away, please. Валим, валим нафиг отсюда, валим! А чё я головой-то двигаю? Please let me save. Да, я помню насчет того, я помню тот ящик Dark Souls. I have just 525 points of fuel. I will keep it. Мне позволили сохраниться. Okay, I saved my life. Finally. Так, а куда я должен теперь идти? Please, don't wake up. Все, шприц я взял. Так, я вижу, что там обнаружено нарушение карантина. Слушайте, я еще ни разу не умер за сегодня. Ты что, сюда пошел? Ну не надо! Не иди сюда! Я тебе не нужен. Так, о. Ты что, не хочешь открыться? Ой, черт.
Вы чего там обсуждать начали? Какой мат? О чем вы там говорите-то? Ой, я помню это место. Здесь было очень тяжело проходить его. Сейчас как-то более-менее... Слушайте. А? На шведском? Шведские эти... Так, окей, все хорошо. Ох, любитель потопать. Не, мне кажется... Ой, 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 ой! Андроида узнать легко. Я знаю, что андроида узнать легко. Только... Мне сюда. Я очень вовремя пришел. Бегом. Да. Курва есть во многих языках. Так, сюда меня не пустят, здесь я помру. Вроде спокойно все. Ать. Ать. Ать и ать. Чрезвычайное происшествие. Начинаю блокировку. Есть, получилось. Рикардо, путь открыт. Минуту. Рикардо, путь открыт. Все, нет, дверь заклинила. Рикардо, в чем проблема? Открывай. Валим, валим, валим нафиг. Прости меня, я сейчас, сейчас. Рикардо, ну что? Сейчас, минуту! Нет у меня минуты. Рикардо, быстрее давай! В настоящий момент мы вынуждены усилить меры безопасности. Где Рикардо? Рикардо, where are you? Все, получилось! Finally, ты... В смысле беги? Чё, дурак, что ли? Не... Чё, дурак, что ли? Какой беги? Надо двигаться медленно. I must go slow. Very slow. Мой Russian is very плохо. Ломай, ломай, ломай его полностью. Так, эту штуку я уже читал. Я, пожалуй, ее читать еще раз не буду. Что мне надо сделать? Он сюда идет. Потихоньку. Уйти. Так, мне вроде как сюда.
Точно, а теперь уже появились эти засранцы, которые меня не будут пускать, поэтому двигаемся очень осторожно. You don't see me. Stay there and don't move. Стой там и не двигайся. Я помню про вентиляцию, я помню. Да, здесь без карты было ужасно просто. Здесь невозможно было пройти. Сейчас я вырублю очистку вентиляции. Так. Или наоборот. Вот, вроде бы я что-то сделал. Пускай они сейчас пойдут в ту сторону. Так, где мне здесь пройти? Чуть вперед. И будет мне радость. Я их, похоже, отвлек звуком. А помните, сколько было мучений на этом моменте, когда я проходил на Найтмаре? Магистекс, приветствую тебя. Здравствуй. Слушайте, у нас прям такой хороший стрим, прям такой получается. Я душевный, позитивный, я хочу сказать. Надо полностью восстановить там электроснабжение. Подниматься надо бы на грузовом лифте, но он давно отключен. С тех пор, как Сиксон отозвал финансирование. Мне прям очень нравится, как сегодня стрим проходит у нас. О, сохранение, сохранение. Давайте-ка побыстрее сохранимся. Главное, чтобы ты меня не съел. Это кто это там? Как-то мне не по себе. Я не знаю, свои это или не свои, но я не хочу проверять на всякий случай. Найдите в складском помещении пост андроида, там будет компьютер. Только тише, бога ради. Да я уж понял, что надо двигаться тихо. Это сейчас вот зря. А, секунду, народ, сейчас, секундочку. А, я просто не обратил внимания, тут все так это было... Тут все было в таком, этом... В этом самом, ну вы поняли. Вот, сейчас, секундочку, я посмотрю. Просят донат проверить. 53928. Это временный код, вы не думаете. Держи, бро, удачных стримов. 16 рублей, 11 копеек вижу. Большое спасибо за донат. Сейчас добавлю тебя в список. Так. Зикред. Зикред. Сейчас все сделаем. Последний донат вниз опускайте, пожалуйста. Так. Зикред и 16-11. Ой, 16-11. Так, итого... Так. Что там у нас? Блин, мне нужен калькулятор. Господи. Калькулятор. Шрифт изменился. Слушайте, а так даже шрифт лучше будет. Это я нечаянно нажал на Arial Black обычный. Так даже лучше, мне кажется. Так, сейчас. Секунду, извиняюсь, у меня с математикой все туго, поэтому... у меня все туго очень с математикой, поэтому... Плюс... Что ты сделал? Почему ты так сделал?
А, вы уже написали... Чё-то вы все пишете разные вещи. Сейчас, подождите. Господи, так, плюс 16-11. Меня копейки просто смучают. 1281-11. 1281-11. Вот так будет. Вот. Вот. Можно ли со стрима задонатить? Да, внизу есть в описании кошелек, через который можно делать. Там все кошельки написаны. Есть как прямые кошельки, так и есть и Donation Alerts. Твой никнейм тогда высветится на экране. Вот, большое спасибо за донат. Чувак, большое спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо, твой вклад тоже очень важен. Сейчас, секундочку, я кое-что проверю. У меня остался открытым браузер. Все, я убрал. Вот, продолжаем. Ой, а, со Стима, со Стима. Нет, со Стим не это, не получится, нет. Я извиняюсь, я прочитал со стрима. Вы пытаетесь кому-нибудь загнать эту лавочку. Пока желающих ее купить не нашлось, но система охраны все еще работает. Ясно, пока хватит разговоров. Google чего? Какая Google баба? Так, ладно, спокойно, продолжаем наше путешествие. Зикред, я тебя записал, все, главное не забыть потом. Блин, надо какой-нибудь блокнотик уже себе класть и записывать, кто сколько задонатил. Так-то у меня в Donation Alerts. Япона хрень! А, блин! Черт! Продолжаем. Вот же называется, я отвлекся и расслабился, ребят. Google тетка, я не знаю, как ее настроить. Я просто не знаю, как ее настроить. Так-то я видел ее у других стримеров, но здесь я не знаю, как просто ее поставить. Не умер, ни разу не умер. Не, чё накаркал? Рано или поздно это бы все равно произошло. Ой, ну я струхнул. Я еще просто расслабился из-за того, что это... Пошел изучать все, все и всюду. Да, там такое есть. Нифига себе. Подождите, народ, я... Вы меня аж даже заинтересовали. Подождите, сейчас я хочу посмотреть. Вы меня заинтриговали. Я хочу увидеть, это правда такое? Там есть такое в настройках? Сейчас глянем. Сейчас посмотрим. А, кто-то кинул только что через Киви 50 рублей. Отзовись, человек, пожалуйста, отзовись в чате, кто ты? Кто ты, добрый человек? Мы тебе сейчас будем... Мы сейчас будем тебя на руках подкидывать. Так. Основные настройки. Я не знаю, где вообще здесь в настройках есть. А, тоже Zikred. Ёлки-палки. Большое спасибо. The sun is rising, it's time for bed. Good night, everyone. I'll see you another time. Much love. Thank you very much, Emily. Thank you and goodbye. Thanks for watching and thanks for your support. Так. Я не знаю, где это на... Панель управления, может? Да вроде нет. Короче, я не знаю, где настраивать эту тетю. Ну ладно. Так, секундочку. Zikred. Я не зря... Вот не зря я вышел, ребят. Вы меня сегодня просто балуете. Так. Ой, подождите. Сейчас я... А, что за ужасы происходят? Что за ужасы? Сейчас, подожди. Я нечаянно этим делаю. Arial Black, во, вот, во, прекрасно. Такс. Сейчас, секундочку, я посмотрю одну вещь. 5089, 5089.
Последний донат. Зикрет. Я снова, мне нужен калькулятор. Вы знаете, у меня... Я гуманитарий. Так, 50... 89 плюс твои 16, 11. Что такое? Что у меня сегодня с руками? У меня сегодня с руками какие-то страшные вещи происходят. Еще раз. 50, 89. 50, 89 плюс 16, 11. Вот. Равно, пожалуйста. Ровно 67. Вообще прям... Равнёхонько 67. Прекрасно. 1332 получается. Вот. Окей. Все. Поставил. Большое спасибо. Большое спасибо за донат. Ребят, большое... Реально, ребят, огромное спасибо за донат. Огромное спасибо за поддержку. Вы просто супер. Большое спасибо сегодня. Ребят, вы сегодня прям это... Вы сегодня жжете. Жжете напалмом, как я скоро буду жечь Васю. Да, будем долго складывать. Пока хватит разговоров. У меня тут просто куча проводов еще. Да, тяжело добраться до этого. Еще очень тяжело добираться до клавиатуры, когда я... Google тетку ждете. Ладно, ладно. Итак, ребят, где она включается? Виджет оповещений, синтез речи. Сейчас я посмотрю. Вот, а чтобы никнейм высветился, не обязательно выкидывать на PayPal. Это там есть надпись «Донат со всего». Вот, и там есть... тебя должно перекинуть на Donation Alerts. Ладно, ребят, коли уж вы меня так уговариваете, сейчас мы все сделаем. У нас все равно сегодня большой стрим такой. Получается, сейчас я посмотрю. Так. Виджет оповещений. Включено. Вот так. Все, я включил синтез речи. Вот, все, окей. Продолжаем, ребята. Продолжаем. Слушайте, мы играем всего лишь 2 часа. А столько всего уже интересного произошло. Не, сегодня прям какой-то просто суперский стрим, ребят. Сегодня прям действительно... Я вот прям не нарадуюсь сегодняшним стримом. Так, секундочку, там вон скан идет. Сейчас будет видно, по-моему, когда... Сейчас, секунду, я все сделаю. Просто у меня в чате отображается все с маленькими буквами, поэтому... Я как вижу, я так и пишу. Вот так вот. Продолжаем. Еще раз спасибо за донат. Так, вот сейчас это в нашу сторону. Что ты раскачиваешься, как аутист? Сейчас в обратную сторону пойдет. Отлично. Давайте-ка мы отключим камеру по-быстрому. А то меня камеры раздражают здесь. Оу, е. Плазменный резак. Снова та самая музыка. Гугл, тетка, приди, порядок наведи. Дантер, большое спасибо за донат. Большое спасибо. Сейчас... Большое спасибо за донат. Ты просто супер. Так, большое спасибо за поддержку. Так, плюс 50. 4, 5, 6, 7, 8. 8.
Продолжаем. Погромче говорите. Ну, сейчас это, мы выберемся отсюда и это дальше пойти. Google тетка, приди порядок, приведи. Я вспомнил тут же шутку про пельмени. Пельмени придут, порядок наведут. А, че у нас там такое? Sensor Fire. Я не знаю, она вроде бы сейчас была вполне нормальная по звуку. Так уж и быть, ребят. Давайте только сейчас это... это, подождите. Donation Alerts. Сейчас я зайду, я чуточку ее погромче сделаю. Song Request. Ну, пока не знаю, пока не знаю. Ребят, пока не знаю. Вот будет вот примерно такое, короче. Вот так. Все. Все, больше постараемся не отвлекаться, продолжаем. Ну, как будем не отвлекаться? Мне придется выходить, когда я буду донаты ваши вписывать. Финансирование Sixen. Компания Sixen с сожалением сообщает о том, что финансирование Gemini Exoplanet Solutions прекращено. Sixen не несет ответственности за оставшееся неоплаченное время в трудовых договорах сотрудников Gemini. Подробнее о выводе предприятия из эксплуатации и о том, как это отразится на вас, вам расскажет ваш непосредственный руководитель. Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы лично поблагодарить вас за проведенное с нами время. Система техобслуживания. Ответ энергоснабжения. Некоторые из вас задали вопрос по поводу восстановления электроснабжения. Если возникнет срочная потребность в энергопитании, например, в экстренной ситуации, вы можете задействовать системы техобслуживания с помощью кода 8897. Зашибись. Примечание. Вы должны получить на это разрешение у своего непосредственного руководителя. С уважением, Г. Хантер. Так, запрос на обслуживание. Выберите запрос на обслуживание, уборка опасных материалов, проверка оборудования, ремонт. Запрос на техническую проверку в секторе С. Не знаю, что я сейчас сделал, но я сваливаю. Запрос подтвержден. Ожидайте техника. Добрый день. Здрасте. Так, ладно, он меня решил не убивать. Это радует. Когда меня хотят убить, это становится страшно. Что у нас тут? Отдел сбыта признан лучшим модулем. А, Дантрус, 25 рублей. Я буду говорить громко, ведь меня все ждут. Крышечка, нижнее подчеркивание, крышечка. Что? Большое спасибо за донат в очередной раз. Подача электроэнергии к рубильникам восстановлена. Подождите, сейчас я... Где искать рубильники? Сейчас, секундочку. Я сделаю следующее. А, 75 теперь у нас. 6-7 получается. Вроде как... Вроде как вот так, да? Вроде как так. Окей. Вот, продолжаем. Большое спасибо за донат, Дантер. Продолжаем. Как тетку, блин, добавили, так все. У нас началось все. У нас началось повальное. Это. Повальное скидывание денег. Так, ладно, нам вон куда-то вон туда надо сваливать. В смысле, продавщицы не обсчитывали в магазине ни разу? Я что-то ошибку допустил какую-то? В подсчетах. Я мог.
У меня по математике двойка была, причем стабильная. Лишь бы услышать, как она произносит слово «крышечка». Лезь. Лезь нафиг. Спокуха. Два уха. Идем, ползем. Не веда, что не знаем о том, куда идем. Так, я его вижу. Было дело. Я, кстати, не туда иду. Мне сюда. Так, можно ли с этой стороны запереть дверь? К сожалению, нельзя, но здесь есть сохранение. Что не может не радовать. Черт, Вася близко. Надо сохраняться срочно. Значит, идти придется далеко. Сохранились. Все прекрасно. Спору нет. Лезем по лестнице на обед. Да, это было в последнем стриме, так что... Да, мы скоро доберемся уже до того момента, где мы останавливались в прошлый раз, и можно будет спокойно продолжать. Уже идти дальше по слепому. Здесь включится свет? Да, включился. Замечательно. Просто замечательно. Слушайте, хорошую этот шрифт выбрали. Прям хорошо выглядит, хорошо смотрится, видно все. Так, где отключается эта бодяга? Отключу-ка я ее. Чтобы поспокойнее было, а то мне не хочется, чтобы тут всякие сигнализации включались или еще что-нибудь такое было. А кода у меня пока нет, да? Плохо. Давайте почитаем. Как всегда... Нам нужно что-нибудь допочитать. Это я зря. Держись. С. Придется искать новый способ доставки грузов на Севастополь. Уэйтс подвергает коммерческие суда дотошной проверке, и шаттлы скорой помощи тоже досматривают. Скажи своему человеку, пусть пока посидит тихо. Я знаю одного парня, зовут Синклер. Он нам поможет. Помнится, когда-то служба безопасности боролась с настоящими преступниками, а не мешала бизнесменам зарабатывать на жизнь. Т. Закрытие Джемини. Дамы и господа, я понимаю, многие из вас расстроены сложившейся ситуацией и грядущим закрытием Джемини. Компания Sixon попросила меня заверить вас в том, что самому Севастополю ничто не угрожает. Уже ведутся переговоры с потенциальными покупателями из числа корпоративных клиентов. Прежде чем уйти, не забудьте сложить все принадлежащее компании Sixon оборудование в шкафчик для хранения, код 2473. Мы провели полную инвентаризацию, если что-то из оборудования пропадет, мы направим уведомление в службу безопасности. Вот такие вот дела. О! Топливо. Шприцы мне сейчас не нужны. Еще одно топливо для огнемета. Так, давайте займемся крафтом. СВУ, я думаю, пора бы создать. Крышечка, нижнее подчеркивание, крышечка, твори добро на всей земле. Крышечка, нижнее подчеркивание, крышечка. Маус Иван, большое спасибо за донат.
Большое спасибо за поддержку, большое спасибо за донат. Так. К сожалению, я не вижу, какие буквы... Господи, как пишется-то, ёлки-палки. Да, вот. Напишу вот так, потому что я боюсь это, боюсь перепутать. Сколько там было, ёлки-палки? Мне похоже, скоро понадобится второй человек, который будет... считать, сколько прилетело и кто положил. У меня вылетело совершенно из головы сейчас. 40 вижу. Все. У меня все учитывается, так что я тут ничего страшного нет. Вот. Вот, большое спасибо за донат. Большое спасибо за донат, Мауси Ван. Большое спасибо за поддержку. Спасибо за помощь. Спасибо. Продолжаем. Крышечка. Крышечка, это, конечно, забавно. Так, я одну карту умудрился пропустить. Сейчас заберем ее. Ой, телефон, не падай. Он где-то поблизости бродит. Спокойно. Так, я думаю, эту хреновину ломать надо. Кто-то из соседей, по-моему, картошку с грибами делает. Запах прям картофельный. Слушайте! Я только что взломал здесь двери. Давайте-ка я спущусь. Зикрет, ну ты это, в случае чего, если я вот так вот буду тупить, когда я буду забывать, потому что мне приходится сворачивать экран, мне приходится открывать кучу параметров. Если был второй монитор, конечно, это было бы проще сделать, но пока делаем так, как делаем. Вот. Если я буду забывать, то это на всякий случай. А, ну если за процент, то тогда мы точно не накопим никогда на PS4, поэтому... Пока ладно. Спасибо за предложение, я учту. Надо будет потом... Одну вещь не забыть. Так, вот он, рубильник. Когда партнеры пришлют за YouTube денежку, она добавится в накопление на PlayStation. Ух ты, кровище. Здравствуй. Этанол бухал, что ли? Так. Взять жетон. Всю жизнь мечтал так использовать рычаг. Благодаря нам, рядом с вами всегда кто-то есть. Кто-то готовый помочь в любой момент. Там, по-моему, внизу дроид, который может... Очень опасный. Господи. Ты меня напугал, знаешь ли. Так, я лучше пока буду ходить вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слышали, дроид Вася сказал, кто вы? Ох, не зря я сохранился. Чё ему приспичило пойти за шкаф?
Это уже Second Blood. Уже один раз съели меня до этого. Это уже вторая смерть за сегодня. Но согласись, это лучше, когда она была 385-я. Когда я проходил на Найтмаре это же место. Смотрите, а вместо этанола теперь вещество. Странная вещь. Лезем. Боши? Что такое боши? Судя по названию, что-то японское. Вась, ты давай не лезь. Мы тут и без тебя справимся, знаешь ли. Музыка, тихо, тихо, не нагнетай. Почему сейчас опять нет надписи «залезть»? Какая-то точка есть, которую, на которую надо навестись. Но ее снова нет. Боюсь, у нас проблемы. Придется двигаться по той стороне. Сейчас нас в этот люк почему-то не пускают. Я не знаю, в чем проблема, но это уже не в первый раз происходит. Знаете что? А я сохранюсь, пожалуй, поскольку я снова здесь оказался. Алекс М. Адамс, радоваться, я думаю, стоит, потому что дождь пошел. Так, меня куда-то вон туда упорно, старательно ведут. Да наоборот, бубен-то уже поздно. Че, ему танец дождя, что ли, танцевать, когда дождь уже пошел? Я надеюсь на то, что сейчас этот люк все-таки сработает, потому что мне упорно сюда радар показывает. Но я не понимаю, по какой причине... Меня вот сюда больше не пускают. Я не знаю, почему. Ладно, придется валить. Так, это как мы сейчас должны пройти, интересно? Вернуться по коридору, япона, мать. Я не знаю, честно говоря, как мы сейчас пройдем. Но как-то у нас должно получиться. Ой-ой-ой. Блин. Вот не туда же ведь иду. Так, типа мне сюда. Сейчас мне надо вон в ту сторону. Я думаю, мы уже нашли другой проход. Это в GTA Online, я помню, какая-то трасса была. Я смотрел у Кирилла, как он игрался. И там было, что если ехать по кольцу прям вот четко в кольцо, то кольцо не засчитывалось. А если чуть справа его задевать, то оно засчитывалось. Какая-то... Короче, где-то что-то было как-то кривовато сделано. Я ж тебя выключил, ты чё? А, не, это другой коридор, пардоньте. Сейчас все сделаем, ребят. Сейчас все сделаем. Сейчас он в эту сторону начнет. Сеточкой своей. Двигать. Я ее выключу. Да, я думаю, что The Evil Within надо будет помучиться, но я ее пройду. Единственное, что пока не знаю, когда. Пока просто...
Я боюсь за нее браться, она очень злая. Не понял. Так, где-то здесь должен быть проход. Ага, вот он. Ты чё припёрся? Сидим, не высовываемся. Подключите теперь кабели распределения. Попробуем, попробуем. Да уйди, что уже отсюда. Да, Fix Aircon, я понял, о чем вы. Вижу надпись Fix Aircon. Пофикси воздушный конвент. Свалил. Пришел он из ниоткуда, елки-палки. Жуть. Жуть жутчайшая. Кошмар. Просто жуть какая-то. Блин. Это теперь снова тащиться через все это место? Заново. Блин, какие-то полосы, я не знаю, что... Ладно, я попробую сейчас, коли уж мы здесь, попробую сделать через... проползти через люк. Франкевич 087, здравствуй, добро пожаловать, приветствую тебя на стриме. Рад, что ты с нами. Я не туда пошел, кстати. Я по привычке полез обратно. О! Взрыватель, ништяк. Надо было снизу дальше продвигаться. Ползем. Мне определенно нравится сегодняшний стрим. Реально, я не знаю почему, но вот я сегодня прям отдыхаю во время этого стрима. Так, говоришь, держаться вплотную с правой стороны, где-то сбоку смотреть влево, тогда сработает. Где же ты? Пусти меня. Зараза вот не пускает и все. Это тупенько, знаете ли. Зараза, а? Придется все-таки идти там. Ладно. Ничего, проскочим. Так, музыка, ты не паникуй, пожалуйста. Все в порядке, не надо... Не пужай меня. Кстати, возможно, еще... Я сегодня в начале стрима говорил о том, что у меня вроде как после удаления... Точнее, после обновления драйверов как-то все стало ехать быстрее. Я еще думаю, может, это из-за того, что я удалил 3D Vision... Потому что вроде как он отжирает много FPS. Ну, по крайней мере, сейчас все отлично. Слушайте, может, я успею даже проскочить здесь. Вот так пойдем. Здесь уже эта камера, я думаю, меня не достанет.
проверил чатик, а то мало ли, вдруг он там повис. Так. Васька пришел в прошлый раз отсюда, когда я был здесь. Сейчас Васька вроде далеко. Но я все равно спрячусь на всякий случай, мало ли. Он где-то поблизости бегает. Фикс, Аэркон. Подключить кабели распределения. Так. Слушайте, я не туда пошел. Мне обратно надо. О, блин. Мне нужно в обратную сторону. О, блин, ладно. Ну, поползли. Что нам еще остается-то? Меня увидел! Вася. Вася. Конечно, Вася. Конечно, Вася. Я думаю, что да, он... Я думаю, что еще долго. По крайней мере, вот за вот этот период до перерыва я планирую дойти хотя бы до того момента, где я остановился в прошлый раз. Вась пришел за мной. Кстати, похоже, камера среагировала на него, а не на меня, потому что я был достаточно далеко. Я себя чувствую главным героем фильма «Челюсти». Не знаю почему. Как это, по центру в воде и вокруг тебя такие, это, плавник круги нарезает. Ушел, что ли? Чем мне туда показывают идти? Вась, уходи отсюда, пожалуйста. Я хочу дальше пройти. Ты меня пугаешь, да, офигение. Блин. Надо эту камеру вырубить нафиг. Черт. Мне пипец. Мне, я даже представить себе не могу, что ощущают люди, которые играют это. Которые играют в это все в Oculus Rift. Это же жуть, наверное, когда вот особенно его второй рот появляется. Да куда я лезу? Да что ж такое-то? Уже, это уже привычка стала залезать наверх. Спускаемся вниз, надо пройти в другое место. Так, ладно, попробуем. Надо будет сразу вырубать ту камеру, иначе не пройдем. Я даже не думал, что я потом снова напорюсь на эту камеру. Оказалось, что напоролся. Единственное, что один раз меня эта камера спасла. Хайлайты... Просто они как бы это, они такие... Я не знаю. Я подумаю над этим. Зараза, все равно меня не пускает в этот люк. Пройдем здесь, а. Блин, у меня пальцы уже соскальзывают со стиков. Джойстик, палка удовольствия.
Вот сейчас мы должны пройти по-любому. Единственное, что нам здесь придется шляться туда-сюда. Так, вот эту камеру надо вырубать. Сейчас подождем, иначе она нам потом испортит все дело. Между прочим, кстати, мне сюда. Отодвигайся. Открываем щит, замечательно. Вырубись. Вот это место. Слышу ни хрена. Сваливаем. Он где-то теперь там, откуда я ушел. Чат не завис, вроде нет, все окей. Спокойно. Вроде бы все окей. Топливо для огнемета, хлам. Вот только бы не напороться на всякий вот этот вот бред. Не понял. Теперь понял. Знаете, что я сейчас сделаю? Ну, я проверил, мало ли. Вдруг чат завис. Я сейчас сохранюсь. И после этого все должно быть окей. После этого я буду более спокоен за это место. Что мне не придется столько времени здесь шляться. Так, теперь я на ближайшее время буду абсолютно спокоен за то, что я точно не провалюсь нигде. Отлично. Полезли. Так-с. Вась, не психуй. Все в порядке. Так, теперь нужно подключать кабель. Женщина-то какая у нас, Аманда Рипли? Или стоп, Эллен. Эллен Рипли была в оригинале, насколько. Ты захочешь отойти от компьютера? Понял. Подождите. Мне не надо туда.
Я думал, что мне надо что-то на компьютере сделать. Оказывается, нет. Все, идем спокойно. Спокойно. Фу ты, блин. Был же в этом месте. Ой. Голова моя сегодня деревянная. Ты спи давай. У него глаза горят, он явно живой. Что-то я здесь припоминаю, что что-то... Да-да-да, необходимо запустить поток. А как мы это делать будем? А делать мы, по идее, это должны с компьютера. Твою мать! Вась, вали нафиг. Вась, ну сгинь. Давай. Чё тебе надо? Спокойно. Вот и вот и не возвращайся. Терминал. Не понял, а что еще? Я... Ой. Почему он не трогает дроидов? Он упорно ищет Рипли. Там. Благодаря нам рядом с вами всегда кто-то есть. Кто-то... Нет, этот кто-то меня сейчас хочет сожрать. Сиди отсюда. Я хочу сохраниться. Ты стоишь рядом с сохранением. Я не хочу умирать. Твою мать! Бегом давай! Что-то жуть. Кто вы? Сообщаю, попал. Уходи уже. Понятно, по запахам, значит, ориентируется. Ч
Чё ты там ходишь? Уйди уже отсюда. Чё тебе надо от меня? Ой, он ушел в вентиляцию. Ну, наконец-то. Давайте сохраняться. О, наконец-то у нас получилось. Мы сохранились. Ура, мы можем радоваться и прыгать, и скакать, и радоваться. И прыгать, и скакать, и радоваться. Вася, я чувствую, сейчас опять сюда придет, потому что тут шумно. Поэтому надо сваливать. А это не тот ли был лифт, который... Нет, мне показалось. Такс, секундочку. Карту забрали. Теперь осторожно. Спускаемся вниз, никого не трогаем. Не шумим. Так, тут парень застрелился, походу. По-моему, здесь... Ага, я понял прикол. Меня током, я надеюсь, не долбанет сейчас. Спокойно. Вот нужная нам дверь, лобби. Вот он, что ли? Поехали. Цель проект KG-348. Ура! У нас все получилось. Мы сегодня прям большие молодцы. Сегодня все очень-очень здорово. Ой-ой-ой, я надеюсь, никого не оглушил. Уэйтс, я дошла. Тварь идет за вами? Вроде да. Ясно. Идите в лаборатории. Окей, идем. Сохраняшка. Там-та-та-та-там. Зашибись. Ой, как громко-то. Как я обожаю эту мелодию. Я сейчас мурашками просто покрылся с ног до головы. Это сейчас офигенно было. Аж волосы встали дыбом. Ладно, ползем. Так, похоже, резаком сейчас будем взламывать. Да. Отлично. Взламываем. Уэйтс, я дошла. Комплекс лаборатории может быть отделен от станции, но для этого нужно восстановить питание.
Так, мне на лесенку, хорошо. И смотрю, народ там это тоже в напряженные моменты замирать начинает. Это хорошо. У нас есть эффект сопереживания. Так. Не понял. Куда это мне? Света нет. Хорошо. Это может спасти мне жизнь. Я помню, что они выглядели как макароны с молоком. Воу, ребят, а мы дошли уже до этого момента. Мы добрались. Наконец-то. Так, мне нужно восстановить подачу энергии, здесь уже ничего нет. Хорошо, сегодня за 3 часа прям прошли то, что проходили в течение 3 стримов. На Найтмаре я имею в виду. Так, мне нужен терминал. Где-то он должен здесь быть. Кстати, где-то здесь должна быть сохранялка. Например, вот здесь. Это здорово радует. Хорошо, так, продолжай. Это я тебя должен потянуть, да? А здесь никаких нет? Так, вот давайте я смотрю здесь. Да, этанол нам точно понадобится. Взрыватель. Батарейки для фонаря. Вот. Батарейки заодно подзарядил сейчас. Ну, нет, фу, не батарейки, а фонарь подзарядил. Ладно, ребят, погнали. Есть. Вася сейчас туда пришел. Теперь с пульта управления в центральной лаборатории. Подключите тамошние системы к Севастополю. Мы на вас надеемся. Я попробую. Утечка опасных материалов. Куда мне показывают идти, я не пойму. Куда-то туда. А, вот. Вот оно. Спокойно. Да, блин, наведись. Наведись чуть-чуть. Вот так. Жирафик. Крокозябра. Подтверждена утечка опасных материалов. Принят аварийный мер. Мать твою за ногу. Внимание! Просьба проследовать к ближайшему выходу. Сохраняйте спокойствие. Я не вижу, где он. Валим, валим, увалим. Он меня пока не видел. Внимание, просьба проследовать к ближайшему выходу. Сохраняйте спокойствие. Готовимся, ребят.
Сейчас дойдем. Простите, Рипли. Начинаем процедуру отделения от станции. Нет! Ну, понеслось. Так, лезем. Я надеюсь, это здесь. Так, ладно, здесь хотя бы более-менее безопасно. Пожалуйста, пройдите к ближайшему шлюзу. Дальнейших указаний. Да тихо ты. И без тебя тошно. Страшный голос. Из динамиков. Сохраниться бы сейчас, кстати. Но я боюсь, нам не дадут это сделать. Попробуй. Твою мать. Жмись. Идет выравнивание давления. Беги отсюда нафиг! Да быстрее ж ты, открывайся-то! Съел? Да, съел. Все, иди в пень отсюда. Хе-хей. Полетели, ребят. Тихо, 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 тихо. Все у нас отличненько. I believe I can fly. Fly like a piece of shit. Это больше похоже. Фух, нормально. Живы! Слушайте, по-моему, мы прошли то самое место, на котором мы остановились в тот самый-самый старый раз. Мы наконец-то прошли это место. Окей, сейчас я буду дальше проходить. Алло! Алло! Меня кто-нибудь слышит? Рипли, это вы? Да, Уэйтс, это я. Чтоб ты сдох, ублюдок. Ты запер меня вместе с тварью и отправил в космос. У меня не было выбора, вы понимаете? Вы же видели эту тварь? Видели, что она делает с людьми?
Я должен был убрать ее со станции любой ценой. Ну да. Ценой моей жизни. Поймал на сердца. Так поймал же, Рипли. Поймал. План сработал. Чудовище летит к газовой планете, а станции ничто не угрожает. Да. Только это не отменяет того факта, что ты бездушная сволочь. Сейчас я приду в штаб, и мы обсудим с тобой твои методы. Все, отбой. Так, надо сделать аптечку. Уй. Отлично. Стоит немножко подлечить себя. Пока что в данный момент, я думаю, насчет Васи волноваться не стоит. На первый период Понимаю. Времени. Аполло поднял оценку угрозы до уровня Омега. Спасибо. Так. Какой еще нафиг пропуск? Оу! Вот это уже интересно. Причем он, походу, сам застрелился. Саня 217, приветствую, добро пожаловать на мой стрим. Такое ощущение, будто ходим кругами. Опа-па-па-па-па-ра-па-па-ра. Чувак, подожди. Подожди, дайте дробовик. Дробовик дай мне дробовик. Да блин! Я хочу помочь. Отвали! Мать меня, убью сейчас! Нет! Нет! Твою мать! Беги, дура, беги! Беги, мать твою! Иди в пень! Меня же сейчас убьют здесь, я сохранен еще на том моменте. Сохраняйся бегом. Ой, пипец. Отвали! Не надо так. Это не ответ. Тихо. Я хочу помочь. Не хочешь ты помочь никому? Твою мать! Прекратите истерику. Какая к черту истерика? Отвали! Вот скали за жопы. Ладно. Вместе работают на благо станции. Поганая скотина. Ничего себе. Отвали от меня. Подожди. Иди отсюда. Ты чё? Твою мать. Твою мать. Беги нафиг. Беги, женщина. Беги. Я тебе сейчас такие разногласия покажу, скотина. Иди сюда. Сюда иди. Сюда. Пацанчик такой, пацанчик, слышь? Не тот район. Понял? Слышь?
Я думаю, надо еще создать. Выжили. Я даже сохранюсь на радостях. Рамштайн, Халк, здорово. Сколько лет, сколько зим. Добро пожаловать. А, у меня самого опыта такого не было, но я видел большое количество таких людей, которые это делали. Я все-таки из Тольятти как-никак. У нас тут что только в 90-е не происходило. У нас вообще тут были самые главные бандитские разборки 90-х. И каждый третий был. Слышь, чё, я... Ты это... Ты чё, не по понятиям? Ты чё, олень, чё? Ты знаешь, кто такой олень? Вот и так далее. Творились такие страшные вещи. Рикардо, ты выбралась? Сволочь твой, Уэйтс. Да, он человек безжалостный. Всегда таким был. Упрямый, как осел. Если бы он меня слушал, мы бы до всего этого не докатились. Дело сделано. Извини, что напортачил с дверью. Проехали. Ты же ее все-таки открыл. Жди меня в штабе. Я, знаете, черт, возьму-ка я револьвер, так с ним поспокойнее. Там он кто-то что-то ломает. Что? Смотрите-ка, это не из наших. А ну стой! Больше не шаг. Мы предупредили! Вы не предупредили, вы палите нафиг. Что мне нужно? Что мне делать с этой штукой? Это типа подъемник или что это такое? Мне он туда куда-то показывают. Подать энергию к двери в галерее. Смешной приборчик. Я вначале на эту штуку-то навелся, а кнопка, мол, не работает, а потом уже все. Потом уже появилась эта кнопка, когда я подошел вплотную. Требуется гном впереди. Куда он делся? Так, мне сюда. В данный момент у нас теперь проблема — это люди. Давно с ума сошли. Да нет, тут что-то новое. Они уходят с постов. Я видел одного в общественной зоне. Такого еще не было. Ну, класс. Ты уж осторожней. Да уж, осторожней. Спасибо за совет. Отворяем. Что у вас там с андроидами? Я не знаю. А что за новый уровень угрозы? Да не знаю я. Пытаюсь выйти на связь с вашим Сэмуэлсом. Может, он в курсе, что затевает Аполло? Не, ну вообще, кстати, ребят. Не, я уже этих мест не помню. Так что это явно здесь уже слепое все пошло.
Я точно не помню этого места. Отлично. Вернуться в бюро СБ. Опа. Там кто-то есть. Не знаю, я вообще не помню это место. Кстати, открывается люк, а там такая рука с этим... с этой штукенцей. Не, я точно не был здесь. Как уйти-то отсюда? О, о, о! Сохраняемся. Япона мать. Я упорно иду не туда. Эти двери не работают ни черта. Ищем, ищем. Походу, мне все-таки сюда надо лезть. Так, я нахожусь... Да, да. Я не знаю, там по карте не было никакого прохода, поэтому я туда решил не соваться особо. Фня-фню-фни. Он идет ко мне. Че за фризы начались? Это че сейчас такое было? Эй! Игра, ты че, с ума сошла? Так, окей. Никто не знает, кто я. Никто не знает, где я. Япона, мать. Горящий дроид. Нам надо протащиться мимо его. Его. Черт, как назло мне сюда, да? Япона, мать. В чем дело? Андроиды с цепи сорвались, нападают на всех, кого видят. Я не знаю, что происходит. Они уже не просто атакуют нарушителей, они как будто охотятся. На кого? На всех и каждого. В каком смысле? Погодите. Всем удачи, ребята, удачного стрима. Да-да-да, удачи тебе тоже, пока. Спасибо, что смотрел. Твою мать, ах ты ж, скотина! Я тебя сейчас, знаешь, за как забью.
Чё-то андроидов дофига и много. Чё-то музыка вдруг перестала злая играть. Похоже на то, что я выскочил. Всё окей. Что это было? Ух. Уэйтс, тут проход заблокирован. Открыть как-то можно? Уэйтс? Ах, вы ублюдки, кровожадные ублюдки! Не смей их трогать! А ну, молите! О-о-о! Мерзавцы! Вот и до Вэда добрались. Точнее, до Уэйтса. Уэйтс! Уэйтс! Спасибо, что смотрел, ах ты ж твою мать скотина. Держи ухо востро и не зевай. Вообще не помню этого места. Не б сохраняшечку какую-нибудь поблизости. Андроида узнать легко. Да ты чё? Мы понимаем, что создаем машины, а не людей. В целях безопасности каждый рабочий андроид компании Sixon перед активацией подвергается тысячам различных проверок. Не вставай. Sixon вместе к светлому будущему. Не смей вставать. Попробуем проскочить. Так, сенсор уже не помещается. Подождите. Что я могу сейчас собрать? Давайте я соберу СВУ. Вот. М-мина. Здравствуй, черепашка Мина. Привет. Дымовая шашка есть одна. Все по одному есть, в принципе. Поэтому звуковой генератор создать не могу. Поэтому пока пускай будет все вот так вот пока. По одной штучке. Потом в процессе разберемся. Все спокойно. Правда, он пацаны-пацанчики. Поэтому... потиху... О! Сохранение. Ура! Твою мать! Хотя бы сохранился. А то ж мне страшно стало. Это местный микроотель, что ли? Знаете, такие есть отели, где тупо вот такая вот полка, ты тупо в нем спишь. Давайте почитаем терминал, посмотрим, что здесь у нас. Помощь. Хайст, ты еще здесь? Почему у нас не хватило мозгов остаться на Анасидоре? Меня заперли в лаборатории в технобашне. Ради всего святого, вытащи меня. Лифты не работают, и тут везде трупы. Я слышу, как оно ползает внутри стен. Мик, я понимаю, ты не в себе после того, как эта хреновина вылезла из Фостера. Но пора бы взять себя в руки. Вчера в лагере в торговом центре ты надрался до беспамятства и наговорил много лишнего. Ты знаешь, как они на тебя смотрели? Я тебя утащил, и больше нам там появляться нельзя. Никто не должен знать, что мы с Анисидорой. Вернусь, когда прослишься. Ну, то есть, как бы...
как бы нет комнаты. Там тупо койко-место вот такое, вот как шкаф. Не, думаешь? Ну не знаю, мне кажется, человек мог бы вполне поместиться. Мне куда-то вон туда. Странная ерунда сейчас произошла. Меня здесь нет. Похоже, придется убивать. Они какие-то странные. Где был проход? Ой, какой я глазастый. Я офигеть какой глазастый, у них оружия нет. Да я уже тут паникую, откуда я знаю, есть у них оружие или нет у них оружия. Вот пойдешь ты воевать, например, вот в какую-нибудь Сирию. Ты будешь вот так вот это, идти спокойно с опущенным автоматом и говорить, да, у них нет оружия, хренась пуля в лоб. Оно пришло за мной. Меня здесь нет. Я ушел, у меня обед. Меня здесь нет. Никого. Какая безответственность? Живой ваш сломан. Вы найдете все, чтобы почувствовать себя как дом. К вашим услугам, галерея Соломон. Большой торговый центр, в котором население и почвы станции могут приобрести все необходимое. За порядком круглосуточно следят офицеры службы безопасности. Жильем вас обеспечивает компания «Джазами Сиг Эстейт», названная в честь основателя корпорации «Симпсон». Рабочим и их семьям предлагаются комфортабельные квартиры. Рамштайн мне тоже нравится, я просто назвал самые-самые любимые. Рамштайн, они из разряда нравится и очень нравится, но не прям, чтобы number one было. Глядя на большую картину, мы не забываем о малых деталях. Уходи оттуда. Чё-то там завис, иди отсюда. Уходи. Уходи. Свинтите отсюда, пожалуйста. Что-то в ту сторону. Так. Я надеюсь, что здесь снизу меня не будет видно. Он куда-то вообще туда... А, мне сюда. Ура, ура, ура. Ура, уражич. Фух. Спокойно. Меня эти дроиды раздражают больше, чем сам чужой. Сам Вася даже не такой страшный, как эти гады. Что? Я так и знал, что сейчас появится дырка в голове, потому что у меня солнце начало светить сильно в камеру. А, сейчас исправим это дело, а то я превращаюсь в Т-1000. Вот так вот. Потом придется наоборот поднимать.
Что за чупа-чупс? Никто меня не видел, никто меня не знал, никто меня отсюда не гнал, не прогонял. Но есть один прохожий, зовут его Василий. С ним надо осторожно. Нашел. Чтоб он нас не убил, блин! Козёл. У меня бра передо мной, который меня освещает. Через Donation Alerts, к сожалению, с WebMoney кинуть нельзя. Если только напрямую. К сожалению, там почему-то они не работают с этой системой. Если бы они работали еще и с ней, было бы вообще прекрасно. Фишка просто в том, что я сижу рядом с окном, у меня солнце, оно меняет освещение. У меня достаточно освещаемая такая площадь. Конфискованное имущество. Уэйтс, это доктор Лингард. Ко мне поступила пациентка с... Я даже не знаю, как это назвать. С каким-то неизвестным паразитом. Я вбила имя в базу. Эта женщина на Севастополе не зарегистрирована. Судя по всему, на станции она недавно. Вы об этом что-то знаете? Я не понимаю, чем занимаются люди Синдлера и как такое могло произойти в условиях карантина. Кто знает, что еще они к нам пропустили? Пациентка ждет меня в смотровой. С ней человек, который ее привез. Немедленно приходите. Понятно, все с вами. Если хочешь кинуть в обмане, то лучше делай это напрямую. Я все равно сделаю. Не понял. А это человек. Видимо, она записывала в тайне. От кого-то там кто-нибудь рядом с ней стоял, и она не хотела, чтобы эта информация была. Сейчас, секундочку, я кое-что проверю. Сейчас глянем. Так, все понятно, продолжаем. Из-за того, что солнце начинает светить постоянно, изменяются условия освещения, приходится менять экспозицию камеры. Это надо что-то повесить себе более темное, чем вот эти шторы. Тогда было бы классно. Рипли, они погибли. Все. Андроиды всех перебили. Не понимаю, почему? Я не знаю. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполло. Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет, нет. Тут их тоже нет. Так, думаю, все ясно. Рикардо. Рикардо, я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня? Рикардо. Да. Да, я смогу. Запри двери. Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. Отлично. Что-то я хотел... А, не, все в порядке, все. Все хорошо. Все видно, все замечательно. Я-то на Рамштайнов ездил на Рок над Волгой, и я 12 часов отстоял в первом ряду, чтобы на них полюбоваться. Это того стоило. Блин, мне как раз туда надо, где он встал. Стоит, оглядывается, засранец.
сторону идет. Чему смеялся ты сейчас, не знаю. Ты главное стой там и не реагируй на все происходящее. Тебе не интересно. Твою мать. С первого раза не открыл. Блин, закрывайся. Твою мать. Вы не имели права включать тревогу. Не лезьте не в свое дело. Ой, ой. Отвали от меня, скотина, мать твою. Открывайтесь, пожалуйста. Ай-яй-яй. Я хочу помочь. Я лучше так. Отвали! Прекратите истерику. Сам иди со своей истерикой. О, напугал меня. Твою мать! А-а-а! Твою мать! Отвали! Ну вот. Так, я что-то не думал, что их там будет две штуки. Снова ты? Снова здравствуй. Рипли, они погибли. Все. Андроиды всех перебили. Не понимаю. Почему? Я не знаю. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполлу. Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет, нет. Тут их тоже нет. Так, думаю, все ясно. Рикардо. Рикардо, я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня? Рикардо! Да. Да, я смогу. Запри двери. Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. Отлично, пошли. Возьму-ка я на всякий случай огнемет. Еще и СВУ создам. Я даже думаю, лучше СВУ убрать. Вот так. Угу. Жалко, что электрошокер кончился. Так, он уже здесь ходит, а? Наглец. Нет. Так. Давайте заново создавать все это дело. Теперь мы знаем, что СВУ это не то. Но взрывается хорошо, стоит отметить. Я аж испугался. СШГ-то, наверное, имел в виду. М-мина. Пока не могу ее собрать. Это светошумовая граната. Ладно, я все равно создам сейчас еще одну.
случае чего буду очень громко их взрывать. Ой, не туда пошел. Я еще здесь, кстати, не был. Давайте-ка почитаем, что у нас тут. Первой ловушки больше нет. Уэйтс, мы остались без одной ловушки. Взрывчатка, которую мы заложили в жилой башне, сдетонировала, и мне сообщают о повреждениях в терминале космопорта. А этой твари хоть бы что. В Сан-Кристобале какая-то активность, может, существо вернулось туда. Доберись до транзитной станции научно-медицинской башни. Только бы сенсоры в приемном отделении еще работали. Так, здесь у нас информация об арестах. Больше ничего интересного нет. Так, снова надо кое-что проверить. Есть один момент. На всякий случай. Угу, все, проверил. Продолжаем. Надо было один номерок пробить. Погибли. Все. Андроиды всех перебили. Не понимаю, почему? Я не знаю. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполло. Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет. Тут их тоже нет. Так, думаю, все ясно. Рикардо, я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня? Рикардо! Да. Да, я смогу. Запри двери. Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Дойти бы до очередного сейф-стейшн бы. Мне кажется, уже пришло время перерыв делать. Потому что начинаю уже потихоньку сваливаться. Понял, как со мной общаться? Так, а я могу еще одну сделать? Свою ушку нет? Жалко, нет. Пока, погоди. А, это этот дроид вставал, я понял. А, это был не дроид, это был труп. Ты ничего не видел, ты ничего не знаешь. Ты ничего не знаешь, но огребешь. Помните Bioshock Infinite? Он гребет и огребет. Так, ну пока вроде бы все окей. В Багдаде все спокойно. Я думаю, что мы сейчас дойдем до ближайшего сейф-стейшена и потом сделаем перерыв на часок. Где-нибудь часик отдохнем. И потом я возобновлю стрим. Вечером, я думаю, еще народ придет. Будут у нас сегодня две большие серии. Да я хоть иду. Ой, я уже почти дошел.
здесь еще и сохраняша есть. Давайте сразу этого парня грохнем. Прибывающих на станцию представителей компании. Просим обратиться. Чтоб он потом... Сохраняемся. Фух. Ну что, друзья, я думаю, на этом нам стоит закончить пока что временно закончить этот стрим. Достаточно много поиграли сегодня. Вот, я думаю, что мы продолжим. Сейчас сделаем где-нибудь часик перерыв. И потом еще один стрим сделаем по Alien Isolation. Где-нибудь, может быть, там... Может быть, два часика поиграем. Ну, как собственно, пойдет, так мы и будем играть. Вот, если вам понравилось, не забывайте подписываться на Twitch канал, подписываться на YouTube канал, вступать в группу ВКонтакте. Вот, на этом с вами все. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Пока.